с банданой, но не то. К сожалению. Обижен. Ну да, тут есть этот, типа, пимп или что-то такое? Ну, берешь розовый пиджак и большую шляпу. Ну, именно с ромбом большой шляпы нет, просто есть большая шляпа. Смотри, вот где-то лава, не? Она смотрится глупо, не на всех персонажах сидит нормально. Что такое, Семен? Ига, что ты достал? Кольцо поиграться? Молодец. Так. Бать, тут китайцы теперь за нас впрягаются в стиме. Особенно против поляков. Ну все, сейчас будем... У меня никнейм китайский часть. Сейчас будем это... А? Посмотри в Дискорде на никнейм мой. Ну что это значит? Переводи сам. Доширак какой-нибудь. Да. Добавить воды. Ну, знаешь, как куча всяких раньше, по крайней мере, тату-салонов всякого хера, ну, добавляли в качестве иероглифов. Так что у людей было добавить состав с банки, состав, с банки супа. Ага. Забавно. У меня на одном из серверов вот это вообще. Не туда. Это имя? Фамилия. Нет, а что предложение. Нет, нет, имею в виду Куайлян. Да. Где тут кнопка на английском? Советник Лео Бао? Чего? Лио Бао. Блять, хуй почтёшь это. Я же говорю, хрень какую-то. Сейчас о чём? Твой ник переводится Куанглян, вот этот, в скобках. Был такой хер... Да, был такой хер... В 1190 году нашей эры. Это имя Саб-Зира. Разве его так зовут, Куайлян? Есть Бихан, есть Куайлян. Бихан Мупсайбат, Куайлян теперь нынешний Саб-Зира. Короче, ты у нас обитаешь в Троицарстве. Нет, этот чувак не оттуда. Я еще в ДС вам скинул одно. Часть моего ника на другом сервере. Ну, Google, конечно, так себе переводит, надо другие варианты. Да, да, перевод неправильный. Вы можете заходить, тут у нас какой-то уже кальмар зашел. Ищу кальмары. Мне нравится другая фраза из мультика с Даффи Даком. I demand you shoot me now. Типа, я требую, чтобы меня пристрелили. Ну и за что я получил выстрел за порезанное лицо? А, это про охота на кроликов, охота на уток. Да, да, да. Так. А. Из-за того, что ты подключил шип-чат, я кинь еще раз пригласил по идее, он отвалился. А. Мне тоже кинь. Не, слушай, не отображается. В стиме отображается, что ты играешь этот шип-чат. Ну вот ты. Ну сыграйте со мной. Чат баранов. А? Да, из-за этого я не могу к тебе в ПД присоединиться сейчас. Я даже так не могу. Блин, а это странно. Я зашел в ПД первым, интересно. Надо наоборот, заходить в ПД вторым. Чтобы он был запускался как основной этот. Опять онлайн. Так, найдите, я в этот, как его. Пытаюсь. Линия, добродание. Где именно? В яхте? Да. Мы же ее не прошли. У меня она так в сюжете висит. Я после вас немного отдохнул и с первого раза ее прошел. Это всего лишь это. Убив всего одного охранника. Это везение новичков.
Я даже поехать тебе не нахожу. Ай, блин, ладно. Сейчас тогда пересоздам игру. Нету. А, вот, нашел. Надо было мне поставить по всему миру. Ну, меня, наверное, кидает к Азии, потому что я нахожусь-то в 100 километрах от Северной Кореи. Искать дистанцию до сервера. А, ну да, не там искал. Теперь еще ждать, пока присоединится. Ошибка во время присоединения. Ладно. О. О, присоединился. Один есть. Мафиозник готов. Капец, на тебе этот колпак не смотрится. Дистанция до сервера. Слушай, не могу, херня какая-то. А, блин. Занято. Занято. До свидания. Не занят. Так, я ищу же ограбление. Ограбление показывает только лобби. Ой, такого Джокера, блин, в каком-нибудь... Бэтмен, который смеется, или как это называется? И что это, Холокост 2000? Да. Мне как... У меня в оружии огнеметы. Мне как представителю евреев очень интересна данная информация. Блядь, я не вижу. Через фильтр нажимаю «Показывать только игры друзей». А, его так не найдешь. Я уже да? Показывал. Не работает? Показывать. Ладно. Новый то, сервер, что сервер с лобби. Разрешите убить. Ну, попробуем. Так. Слушай, он в баране лоб. Ограбление просто. Ну, неважно, поставь ограбление. Плейсер. Что там, яхта так и называется, да? Да. Да, яхта DLC. Смертельный приговор. Яхта. Сложность. Но это не... Ну это не твое. А, с вандаун. Сейчас, 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 сложность, сложность. Сложность, надеюсь, вандаун еще. А, нет. Не, смертельный приговор, вы же хотите посложнее себе жизнь устроить. Так вандаун это еще одна ачивка. А, да. С одним падением. Оно вам надо? Да. Мне нет, я прошел лично когда, после вас. Я получил эти ачивы. Так я могу поставить и попроще. Нафига, камер нету. Мне по барабану на чем проходить. Главное пройти и забыть. У тебя будет проблема, если... Да что ж такое, блин. Тут все находят твои ограбления, кроме меня, да? Сдрисни. Так, план подхода ты не выставлял? Нет. Давайте я просто выйду... Это... Так, я стоп, нашел, как выбрать этот... Яхта. Применить. Он мне только новый контакт показывает. О, мой даже ни одного игрока не вижу с таким поиском. Ладно, давай я переделаю, это быстрее будет. Сейчас я, короче, выхожу. Давай. Из игры. Так, короче... Стоп, нашел. Блять. Так, ладно. Шепчат должен быть запущен первый, да? Сейчас я захожу в ПД, и он его перекрывает. По-хорошему, да. Да что такое, Семен? Да, все, ты в ПД. Да, видно, что ты в ПД играешь, а не шепчат. Я играю в чат шиперов, которые других людей сводят. Промазал. Давай тогда с вандаун. А где мне это настроить? Там галочка есть отдельная. Одно падение или как-то. У меня этого нету в сюжете. Да, мне дает какой-то. Должно быть. План подхода, исключение кик, тип игры, минимальный ран, ход во время игры, команда ИИ, автоматически исключать игроков с читерами, с читами. Пускать игроков с модификациями, сложно, смертельный приговор, принять, отклонить.
Значит, тогда нету. Вот тоже. Создай тогда просто контракт не по сюжету. Да, если создашь, все равно засчитается. Ну так-то мне на халяву дают эти контракты, а не платить 5000 за каждую попытку. Ну, 5 миллионов, то есть. За каждую попытку? А, ну тогда ладно. От сложности зависит еще и... Я банк-то настраивал за 5 миллионов за каждый раз, так что... Да. При перезапуске контракта у тебя не счисляются деньги. Разве? Да. Ты только покупаешь, и только если его уничтожишь, и опять купишь, потратятся. Ай, ладно. Да, если ты выйдешь, да, из контракта. Так, ограбление, да? Да. И в каком оно находится? Отель Континенталь. Влад, Гауфон, Гектор, Джимми, Клай... А, Континенталь. Ягда. Джон, the Payday Gang saved my life back in Brooklyn. I would like to thank them and you, of course. So I want to offer you some information that... Ну ладно, это 2.5 стоит, дешевле. Ну, платят все равно больше. И то это офшорка, которая только на контракты и тратится. А, офшор, тогда тем более нечего беспокоиться, его там тебя дохуя. Наличка тратится при... А наличка важнее офшорки. Хотя мне наличка не очень-то нужна. 9 миллиардов. Ужас. Если покажу шляпу пимпа, все равно осталось. Белый этот сват, да? Насколько она... У меня не было другого шлема, который подходил бы под раскраску. Чумной доктор? Нет, не он. Давно не умывался. Это самый близкий. Сейчас, погоди, о, вот такая есть. У меня тоже есть какой-то... Я не понимаю, почему вот надо вот всегда... Вот делать эти банданы таким образом, что у тебя уши как будто бы торчат, и внутри его, знаешь, как они свернулись, и вот такие вот они эту бандану распирают сбоку. У тебя башка становится неправильной. Не смотрится, короче. Это, по-моему, за троих динамитом, да? Убить. Пофиг, не найду я этого чумного доктора. А может, она дается за этот престиж? Ну, этот, который... Infamous. Что именно дается? Шляпа этого ковбоя с маской. Сейчас я хочу понять, сейчас я посмотрю, покажу, может, ты эту имеешь в виду. А, вот это что ли? Угу. Это за ачивку. Ну да. Подорвать вроде трех врагов одновременно с помощью... Динамита. Динамита. Да. Такая бандит, спецназовец и принцесса. Черный еще. А что тебе? Ну, фильм «Черный рыцарь» есть, чтобы не было «Черной принцессы». Кстати, прикольный фильм с Лоуренсом. Черный внутри, белый снаружи, да? Я как Баунти. Майкл Джексон какой? Не, Майкл Джексон из себя белость и выдавил наружу. Он мечтал стать не просто белой, а белой девочкой. Погнали. Соус Парк смотрел? Соус Парк смотрел? Когда он разваливаться начал? Нет, после этого. После этого я его... Типа, дух... Я помню, когда он где-то сидел в автобусе, который бесконечно в аду где-то ехал. Самолет, да. И типа все остальные не могли отправиться на тот свет, пока все не сядут. А он сбежал. А, все, я да, вспомнил этот момент. Да, и, типа его призрак не мог успокоиться, потому что он хотел стать белой девочкой. А ты видел? А я тебе скидывал же этот какой динамит. Именно не фильм, этот какой черный динамит, а мультик. Этот мультик. Там, где оказывается, он был сыном инопланетян. Ты не хочешь злить Майкла, да? И потом типа его вот эта рожа, это его на самом деле вот такая вот была. Уже тут. О, на С, оказывается, менять оружие можно местами. Я же говорил, что я так и делаю. Блин, я первый раз узнал за все это время. Щито так можно... Я поставил себе мод на больший фов, чтобы мне удобно было. Там не только охрана, но еще и эти. Да, в любом случае, придется через другой этаж идти.
Блин. Давайте здесь. По-моему, к нам сейчас кто-то присоединится. Ты чувствуешь? Guard, блять. Да. Аккуратнее. Да ты прям, Люк, воспользовался силой, я тут смотрю. Use the force. Хрена. Да гад. Ты чё тут сделаешь? Свет. Сверху. Зелёный. Так, на главной сигары и вино, комната 101 и едабельная это... Блять. Чё, он через эту видит? Через сетку? Нет, он просто стоял за пределами сетки. А? Блин, вниз спустился, скотина. Он к нам идет. Сука, и смотрит, ну? Да. Почти. Он там стоит. Сейчас. О. Так, в нижнем деке ничего нет? Нет. Только главный и наверху букшелфа. Ну, ящики с книгами. Книги? Да, книжные шкафы. Так, сигара, вино, комната 101. Кулкат, комната 101. Валим отсюда. Вот цвет. Где он? Блядь, свалил. Какой цвет? Зеленый. Зеленый. Сейчас как сделать дышим? Зеленый. Так, что, я наверх? Аквариум был? Нет. Нет. Только фудкарт. Так, ну ты давай на второй этаж, и мы пошли. Сигара, вино, комната 101. Охранник. Собственно, он комната 101. Блин, смотрит сюда. Так, вижу зеленые книги. Пусто. Нашел. Бросай. Да что ж ты там стоишь, засранец? Блять, он сюда идет. Вот он. Наверху, значит, нету больше. Значит, наверху все. Люди. А зачем ты мину поставил на этот, на стену? Пищалка, чтобы блять было слышно, ух, как кто-то идет. Вот она еще уметь, да, подсвечивает, когда через нее проходит противник. Mm-hmm. Сюка, он стоит здесь. А 101-я комната где у вас? Ну, ее уже обчистили. Готово. У нас только внизу эти фудкорт, ну, едабельная тележка и... Блядь, блядь, пробежать. Ой, не туда пробежал. Так, что мне с вами делать? Тут охрана будет, ладно. Ой, окно где-то, там охранник ходит, кругай, молон. Где-то еще артефакт можем есть. Наверх, там вроде безопас. А, нет. Ой, блять. О, окно какая. Ответь. Блять, не работает, аут. Черт, неудачно, стою. Ну ладно. Нормально, 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 все с моего. Готово. А он думал, что выживет. Увы. Не сегодня, блять. Так, что там остался? Сто, типа, блять, это как его, вино и сигары. Сигары. Так, и этот как его, фудкорт, то есть едабельная тележка. Ого. Охранник. Сюда идет. Стоит. Идет. Уходит. Нет, как-то странно идет. Подожди. Fuck me. Кого там?
Блять, двух этих положите, как вот, репортеры. Блин, тут охранник бегает рядом со мной. Так, Дамик спалил. Ну, от него тут... Репортеры сейчас звонят. Блять, окно открывается какой-нибудь? Я с собой заберу. Хуй себе, тут никто не ходит. У меня кончились мешки. На. Ую. Там, кстати, сбоку эти разговорщики стоят. Репортерчики. Так а вон они лежат. Это не они? Не, в соседней комнате. Аккуратнее. Стекло разбить, то арки даже не разбивается. The lower levels of the boat will be accessible, but only by those with special invitations, and the rooms will be patrolled by guards. The main party for everyone is upstairs, okay? Чего, все четыре эти пейджера использовали? Разве? Да. Увидел. А. Там еще люди. Плохо. Угу, еще же все заодно надо. Угу. Ну и ладно. Так, что у нас едабельная эта штука? Она где-то, наверное, в начале. Да, по-моему, тоже. На этом, а. На этом, все на этом. На этом закончим. Охранник. Потом толпа, потом не пойдем. Охранник. Блять, вовремя. Угу. О, артефакт. Прикольно. Заметил. Так, вот, окно. Это чья-то урна получается. Прах чего-то дедушки. Возможно, прах чего-то египетского дедушки. Ну, разве египтяне кремировали свой? Нет, они хранили органы отдельно в баночках. Ну, знаешь, как... Все засаливают эти огурцы, а эти засаливали своих родственников. Так, фуд. А как у нас выглядит фуд? А, стоп, это этажом выше, вспомнил. Или ниже. Выше. Еще посылочки сюда идут. Как он затылком так видит, интересно, а? А может и не здесь, может ниже. Смотрю, ищу. Или тут только аквариум. Красную нашел тележку. Эй, check out the guard. А как они выглядят? Бумбочки на колесах. Угу. Блять, откуда столько людей? Guard, stay alert. Я пришел сюда это. Когда? Смотреть где? Не, в смысле, когда вы найдете, я чтобы нажал на этот. На ноутсубуцка. Хорошо, Ханг, ты работай, мы почилим. Ага. Вся вина на тебя пойдет. В жопу идите, я сейчас включу петлю акустическую. Мы тут с принцессой. Вот твоя принцесса в другом замке. Блять. Нормальная корона, чуть не нравится. Диадема, правильно сказать. Я под ночным зрением тебя увидел. И что, стал светлее? Еще темней. Это у тебя прибор неправильно настроен. Что ты чёрный, что поглощаешь цвет? Ну, по идее, да, так и есть. Любой темный объект поглощает свет. Так что на фоне черной дыры я буду еще темнее. Ботинки потемнели. Стали черными. А у меня их нет. Когда они белые.
Ты хули ты идешь сюда, сука? Видите, помочь надо или хрен с ним? Да, сейчас. Хрен с ним. Я просто не могу выйти, охранник, сука, ходит там, где не надо, постоянно. Я хоть на правильном этаже? Ты должен да быть на... Ты должен быть на нижней... Ну, не на нижней, а на главной палубе. Main deck. То есть, где мы вот... На ней. Вот. Вроде на ней, а вроде нет. Ну, вот там, где был... 101-я комната, там, где было вино, там же должны быть и едабельные тележки. Ну, вообще, да, это здесь. Значит, где-то дальше, блядь, тут люди. Куда вы там стоите? У меня пистолет типа раскладывается, что ли? Точнее, автомат. Прикольно. Да. Раскладной. Надо. Мне он тоже. Вот, но это не... личностей. Не часть этого геймплея, то есть посреди игры нельзя его сложить. Почему? Нажимаешь на C, и он достает его из-за пазухи и раскладывает? А, именно так. Я имею в виду, что прям пользоваться в сложном варианте. Ну что вытаскивается долго. Да нет. Раз, два. Две секунды. Ну это долго довольно. Так бегай в VR. 101, мы ее обчистили. И только 101 и все. Да. Сейчас я тебе скажу. Где вообще ноут? Вот он. Букшелфы, Cigar and Wine, Room 101, Food Card. А букшелф обыскивали? Да. У нас осталось да, две последних. Это вот как раз Food Card. Food Card. Нет тут Food Card. Да, тут люди стоят. Рейв пати. Гранат в кино. Можно. Ноль пейджеров. Ноль пагеров. Сейчас идет охранник, у него такой лазерный луч такой из пола вверх, чпонька. Я говорю, жалко, что нельзя в охранников лазерными лучами стрелять. Как в каком-нибудь, я говорю, в этом пагеров. Как в каком-нибудь Джеймсе Бонде. Кстати, почему они не добавили сюда какую-нибудь хрень бондовскую, кроме PPK и Q целого, вместе с командой Q? Взять, например, это... всякие примочки, типа часов там... У меня ледорут с фирмой Topaz 2000. На меня замахиваются. Помогите! Принцессу похищают! Это страшные русские спецназовцы. Не спецназ, это русский клокер. Где твоё улюлюлюлюлю? Представляешь, если бы клокер подбегал с фразы «Оу, фак!» и с ноги тебе колебало. Хотя, как той там этот фраза? Чё он там ещё матюкается? Клокер? Да. Не, ну... Когда он начинает тебя избивать, кричит, с полиц бруталити. Не-не-не, в смысле... Когда ты уже лежишь вверх ногами. Сабзира же у нас умеет пользоваться этой внутриигровой звуковой панелькой. Гавкни чем-нибудь. Ах ты, сука, эта штука лежит прямо в самом начале. Ой, тебя заметили. И меня заметили. Да. Пиздык. Тут охранник. Тут три охранника, блин, вначале ходит. За Путина! Да, последний здесь. How do you slow down? Блять. Говно. А. Жаль, я не могу с этой маской издавать звук клокера. Воп-воп-воп-воп-воп. Но это когда он уже бежит на тебя. Я про обычный его звук. Я думаю, что если бы звук можно было издавать, то это... Жаловались бы все фанаты, люди что... Люди бы срались. Вот да. Все бы жаловались. Да, на это. Меня крашнуло. Меня тоже. Ей. У электрооружия есть этот, если он удерживает, то звук заряда, как у шокера. Но его слышит только тот, кто им пользуется. Иначе можно было бы троллить людей так. У меня в Холокосте 2000 шокер стоит. О, а у нас здесь, оказывается, дрон есть. Типа-типа. А что если Маккендрика сейчас пойти и застрелить? Или вообще в заложники взять.
Хотя тут слишком много народу ему хлопает. У меня еще друг бриллиант проходит. А вы проходили бриллиант? Ну, у меня на полке лежит какой-то. Вот лежит коробка из-под пиццы, а здоровенный такой бриллиант. Рядышком на тумбочке. Прикольно. Нож бабочка в руках крутится без остановки, если удерживать клавишу Е. Ну да, ну жалко, что это не фишка Сидня. Потому что она этот нож принесла. Тут можно сделать этого. Шпиона из Team Fortress. Как раз маску как у Ханка. Писмейкер уже это делал. Кто это? Ютубер, который был знаком с Альмиром. Кто такой Альмир? Разработчик Payday 2. В этом миниган есть с названием Писмейкер. С отсылкой на этого ютубера. Ну, не совсем, там по-другому написано. Ну да, но... Там много оружия и прочих вещей, именно отсылается к ютуберам по Payday, которые делали контент. Крупным. Человек хочет попробовать овердрил. Может, овердрил? Как нехер делать после этого, можем сразу пойти туда. Сейчас я ему напишу. Я не про его. Главное, блять, это пройти уже. С какой-то вот этой попытки. Ради нас могут поставить этот какой-нибудь предмет 100 fails. Блять. Поебать одну миссию 100 раз. Ага. Настолько плохо, как нянвэм. Забавно. Что-то вижу. Окей, I understand we've got clearance to anchor just off Manhattan, right? Сука. I like it. Security should be good around here. You wanna dump the body? I'm a little nervous. Это механик стоит. Ушел все. It happens. Там наверх надо один этаж. Грузи его. Ох, ёх. Еще один охранник идет. Меня не спалили гражданские, я прям перед носом был. Чпоньк. Блин, у меня на спине зеленый холодильник, сигары, лодка. Ё-моё. И опять эта тележка на первом этаже. Угу. Все. Пойду на первый этаж, мне ближе всех. Upper level. И что вот эти дико? Upper level это не главное, не main dick. Главный хер. Это верхний уровень. Да, первый уровень. Потому что верхний уровень это второй. Сигарви, ну, лайфбот. Лайфбот проще, они в самом начале. Холодильник внизу. Нашел зеленую тележку. Скрывай. Охрана. О, охрана, встает охрана. Если видишь ты Payday, сразу готовишь пушку. У. Так, лот вскрыл. Где еще? Холодильник. Ну, тот самый нижний этаж. Да. Уйдем туда. Да. Это кто меня так палил в этот момент? А, там засранец. Ух. Блин. Там лежит ништяк, который я хочу забрать. Блять, мне эта хрень напрягает. Пипикольная. Привыкай, это все используют. Да. Такое ощущение, что мы уже зафейлились. Один пейджер был. А на нас реагирует, кстати? Нет. Хочешь, переключи во взрывной режим, пусть взорвет нас. Все, я забрал.
Так, зеленый же, да? Да. Да. Зеленый. Так, так и помер Кузьмич. А, вот фак. Блин, почему не сразу F срабатывает? Забавно, если все орут. Careful, guard. На одного и того же гарда. Там люди. Я знаю. Я рискую. Я парень рисковый. Ты рискуешь, а я работаю с этим, как ханком. Отлично. Мне нравится ход действий. Фак. Вот я рисковал. Так. Ой. Прячего. В открытую дверь прям его. Вылетел. А, блин, фу. Пустил. Так, все, холодильник аптечен, что дальше? А, все, последние две. Так, выкидывайте. Так было бы где. Двое. Блин. А я потихоньку пойду к северу. Тут охранник хоть достается. Я пойду заберу противогаза. Сука, не пойду, не заберу. Вон он. Идет. У нас там еще осталось. Только вот эта сумка сзади тебя. Мой артефакт. Инди. Я могу, кстати, помечать и без этого крика. Там еще один артефакт есть. Можешь представить одного охранника и забрать артефакт? Нет. Чухо. Почему нет? Когда да. Это крайне выгодно. Там, по-моему, охранник шел как раз. А, рискнул. А с другой стороны есть артефакты? Да. Они с двух сторон. Блин, но там не заберешь. Ладно, пофигу. Охрана! Охрана! Можем идти уже тут, а? Охрана! Охрана! Стой. Валим. Воу. Мы уже сходили с ханком. А, я уже тут. Там охрана. Что ты орешь? Он, видишь, завопросился я весь. Охрана. Ух, ё. Ты как именно? А, что надо руль? Любые, ага. Поворачивай. Нет, он показывает тут, который ты. Стоп. Тут всего двое. Стоп. Пока не крутим. Сейчас покажет следующий. Разве? А вот этот, да, правильно. А там всего на каждом по одному вентилю, других нет, а, просто места. Не, в каком порядке их крутить или все надо крутануть? Да пофигу, наверное. Они их в любом можно. Тихо, блять. Блять. Как? Заметил меня через этот потолок, сэра. Так, а сколько у нас? Еще один. Помогите. Блин, я внизу тут лазил и выйти не могу. Есть. Ну, по крайней мере, здесь больше нет охраны. Я на всякий спрячу. Закусь. Забрали. А, вы прокрутили, серьезно. Сейчас, пока еще, подожди. Тут лазер не дают, нам надо сделать. А, тут вот прям надо. Тут, наверное, надо все перегревать. Они все до 30 градусов доходят, и это... Пусть переключатель какой, где? Возле тебя, Сабзира. Да ща, я пишу. Нажал. Дальше чё?
Не знаю пока. Следующий. О, нажал. Блять. Еще один. Нажми на кнопку, получишь результат. Тип жесткий диск. Бежим. Кстати, благо, что выход прямо здесь. Через здесь это будет. Все. Вот тебе и яхта. Да, ужасно. То есть они акула молот, большая белая и гуппи, да? Лосось, мегалодон к вашим услугам. И всего лишь один уровень. Что-то я не получил ачивку. Я уже проходил ее, что ли? Видимо. Вполне возможно. Да. Как давно это было, блядь? Я же не помню нихуя. Ты алкаша спустя, наверное. У всем скины. Угу. Самое забавное, что я узнал, что я получил скин, смотря на второй системник, где у меня установлен Steam. И там высветилось, чтобы я получил скин до того момента, как я увидел, что я получил скин. Steam работает на опережение. Это как с этими, с ачивками в XCOM. Ты видишь, что ты получил ачивку раньше, чем пули полетают в противника. Так, выбрать контракт, ограбление, классика, первый всемирный банк, жажда смерти. Так. Погоди, погоди. Купил контракт. Сейчас он билд еще соберет. Пожалуйста, я могу и принцессой побыть. Процентов вашего здоровья конвертируется в 110% брони, все еще не докупил. Та-та-та-та-та-та-та. Так, мне, кстати, на анархисте вообще броню надо снять, или хотя бы один баллистический бронежилет у меня должен быть? Без вообще. Ну, у меня вообще без. Потому что я шо так держу столько выстрелов. Окей. Ну, воспользуемся советом бровизионала. Тебе надо хотя бы конвертацию ХП в броню качать. Мне мой курс здоровья к броне тоже нравится. Итак. Жалко нету больше костюмов таких вот, тройка. Чтобы можно было, знаешь, там, допустим, когда надо, штаны поменял, когда надо, там, жилетку поменял. А не просто цельный костюм. Вообще как-то к фасону они подошли спустя рукава. Оружия много, а вот одеться не во что. Очень аполитичен сегодня, да? Маску сам сделали. Например, как у вот этого костюма. Да. Ну видишь, ты можешь менять только цвет определенный, а не, допустим, то, что ты захотел. Это не GTA. Да. До GTA нам еще добираться и добираться. Ну, ой, лучше всего кастомайз в этом был, в ОПБ, помню. All Points Bulletin, да? Да, там прям многослойные так, этот костюмы. На по идее же и сейчас еще. Вот да, она еще вроде работает. Даже в Steam вроде работает. Но там, по-моему, такой всратый пинг был последний раз, или всратая оптимизация, что я тогда, по-моему, с тобой вместе так и не смогли поиграть. Не, я потом смог поиграть один уже. Но... Ну там вообще есть ради чего играть или нет? Да, не сильно. Что, сюжет хотя бы? Там либо... Нет, сюжета как такового нету. Понятно. Да чего там то еще, и почти все платное. Даже... Я играл еще, когда не было лицензии на оружие. То есть я получил пушку, купил и играю. Нет, там появились временные лицензии. Если ты ими не пользуешься, ты стоял, у тебя, ну, ограниченное оружие, то есть. Эль Ритмо, это маленькая ложка. Селфи-палка. Интересно, она вспышку делает каждый раз, когда ты бьешь кого-нибудь?
И фотографируют тебе. Знаешь, отдельно каждый раз, когда ты бьешь противника, появляется скриншот в Стиме. И у тебя такая галерея, знаешь, из противников, которые в боли, в гримасах. Ждыгнож. Ножницы Шона. У вас что, по времени к присоединению в чат? Почему? На сервере. Потому что он мне вот сейчас пишет, что 10 минут надо ждать. Я поставил 10 минут против ботов всяких. Ясно. Это стандарт Дискорда. Я мог отключить эту хрень, но уже не стал. Интересно, сколько надо убивать противника канцелярским, блять, ножом? А, кстати, и ложкой. Помните, фильм есть такой, не знаю, Вандик рассказывал, нет, на стримах? Про маньяка с ложкой. Да. Который этот, теперь все равно никто не поверит. Короче, он очень медленно убивал его ложкой. Подбегает, стукнул, убежал. Арканзасская зубочистка, какой-то нож здоровый прям. А, да. Это что-то вроде ножа Боуи, да? Ну да. Скорее, знаешь, как... У вас есть такой костюм? Какой? Костюм такой есть. А, Saints Row-овский. Это же Кинзи. Нет. Костюм. Это спортивный костюм. Но у него розочка, вот смотри, лилия этих Saints Row. И, по-моему, этот костюм сильно напоминает хакершу из Saints Row. Не, у нее было. У нее худи был. Худи, но худи был ФБРовский. Ну да. То есть фиолетовый костюм, этот костюм, а сверху худи ФБР. Я даже не вижу такого чего-то. Кулачный щит. Потому что это скрытый костюм. А, кулачный щит, он здоровый или маленький? Маленький. Но он не защитит тебя. Да, пуля не защищает. О, я могу быть канадцем. Хоккейная клюшка. А, ну это, подожди, это соколовский тогда этот, отечественный. Да. Ну да. А, они таки добавили бейсбольную биту. Блин, это хорошо. Ха, называется «Ты мой». Это какой-то крюк или... А, подожди, это Тавро. Ё-моё. Да, Western Weapon Pack, это Тавро. Интересно, а можно прижигать противников Тавро? Дети, костюм нафиг. Hotline 8000, это рация, что ли? Ну, да. Ха. Забавно. Этот самый костюм. Тендеризатор! Такой-то молоток. Типа для мяса. Тут три вида мачете. Бытовой мачете, нож мачете и просто мачете. На все случаи жизни. Скальперский томагавк. Картофель и мялка, хотя выглядит как гребаная граната. А, вот катана он, костюм. Шинсак. Может, это не боевая граната уже. А. Наконец наш тупой костюм. Жаж де смерди. Ты сейчас похож на этого, на циркового коми-вояжора, который объявляет следующие выходы. Ромашка обнаружился с читами. И ромашку выгнали. Я ему говорил, вырубай, гад. Хотя он вроде только с DLC Unlocker. Так это чит. Тоже. Это главный его этот чит. Главный чит это по 3D хак. Нет, именно то, что разработчики не любят больше всего, это DLC Unlocker. Потому что. Вот именно что они только Unlocker ненавидят побольше. Да, но остальные читы им плевать. Потому что платить не надо! Да. Ну да. И они. Можешь отключить у него этот DLC Unlocker. Тогда он останется без своих крутых масок и оружия, может, даже. Да не, я не веду, отключил этот читеров откикать. Ай, блядь.
Ладно, вырубил, но только на этот раз. Он даже навыки сделал на призрак, как понимаем. А, мляди. Даллас. А, подожди, если мляди, тогда это вот так. Афро. Афро мляди. А я кто? Ну, тогда. Ну, цирковой этот, как его, объявлятель. Единственный... Ты чуть усмелее тебе костюм. Ханк, ты не ошибся банком. Страной в банк, в которой находится твой этот депозит. Что нам больно? Банк есть банк, деньги есть деньги. Ты, наверное, когда сейчас забежишь... 20 баксов. Забегает, кричит, что лежит, а ему что? Лежит! Забегаешь в этот, в хранилище, и золото всосался. Давайте пилы. У меня такой, наверное, тоже где-то есть. Сейчас этот, красная угроза, да, точно Red Alert. Во втором Red Alert нужно было захватить, если я правильно помню, в последней миссии финансовую биржу Америки. Вот примерно та же хрень. Я деньги постоянно приносит. Да. Так, что, готовы? Ну, вроде да. А вот он что-то настраивает. Что, Семён, ты проснулся? Чё, моя собака, ты проснулся? Спи. Хорошо, хоть не лейт билд. Ты знаешь... Все вбегают и грабят банки, а ты... Твою мать, один спайра нет! Ну... У нас есть, у всех. А с чем он пошел? Без инспайра? У него нулевой манипулятор. Он чисто... Точно вал? Чисто машина смерти, походу, да? У него 42, блин, в призраке. Ну, в одном столце 42, во втором 9, в третьем 16, в беглеце 6, в штурмовике 8,3, в технике 12,28. Может, он просто забыл переставить этот переключатель? Сейчас посмотрим. Так, из игроков. Ты через досье смотришь, да? Нет, у меня мод. А, мод? У меня моды есть на все. Да. У меня даже моды есть, которые сейчас показывают, что у вас взято. Нафига тебе виллы? Оружие пролетариата. Мы посадим этих капиталистов на виллы. Два фака. У ромашки два фака. Два фака, в смысле, как оружие ближнего боя? Ну, First Aid Kit. А. И сумка с патронами. А, техника он для этого качал. Одна сумка с патронами. Ага. Вот сейчас перекачивается. Ну зачем? Есть же этот, как его... Подготовленный билд, чё он? Это лауд билд у него. Остальная вилка. Типа. Наверное, главный лауд это укрики боли, когда вот пиздить дубинками. I need a medic back. Да-да-да. Противогаз, штурмовик. Кто это вообще? Будет тачанка. Я тачанка. I am lord. И фигура. Кстати, самое забавное, это для тачанки прям целый этот, когда его переделали, ролик сделали, в отличие от остальных персонажей. Все же. Мы скин запилили еще такой. А, такой есть? У него, да, такой, по-моему, качок. Когда не, он в ролике был, наоборот, такой оплывший весь. В этих, как его, да. Оплывший. Полиция готова. Сейчас, погоди. Шучу. Тебе нужно это взять, палку резиновую. Там же есть этот костюм этого SWAT. Не, ну можем и так пойти. Сейчас у меня где-то есть вот это. А, у меня нету билда, надо делать, мне лень. Какой? Тогда не буду. Ну, чтобы этот тяжелый бронежилет носить. А. Макса, который был тогда? У КТЖ. Угу.
Так, а если противогаз потерял, погодите, вот. Классно мне, что у меня одна единственная маска на все случаи жизни. Тебе, Ханг, теперь нужно разговаривать как Пайра из этого, из Team Fortress. Му-му-му! Тебе нужен тогда топор, огнемет и резиновый костюм. Толстый. Ну, я бы не сказал, что он прям оплывший тачанка был. Сейчас я скину. Но... Ну, такой, как бы, скажем, жирком. Он самый старый из тех, там, уже вроде 60 лет. Капец. Где твой спайер, Альмир чертов? Боже мой. Понятно, у нас будет, не будет. Окей. Без инспайра. У меня он есть, я на всех орать буду. Он у троих из четверых. Пойдет. В прошлый раз так же было. Ну что, вы готовы, дети? Хотя Ханк у нас такое, дитё самое, наверное, старое, да? Ай, молчи, сопляк. Чаще всех на второй год оставался в детском садике. У нас, наверное, самая старая, это Реф. Она играла в Doom еще в момент, когда он выходил на релизе. Найди одно отличие. Ну, Ханг бросается картами, ты стреляешь с дробовика. Это тут при чем? Ну, ты говоришь, найди одно отличие. Отличие в скине. Ну, ты гордо держишь голову выше, а Ханг подозрительно как такой маленький сопливый карлик. Перчатки ничего не говорят. Ну, у них нет рта, они не могут кричать. Перчатки. Я вижу разные, да. Джекет решил сменить маску, да? Теперь это не петух, теперь это... Я даже не знаю, что это. Теперь это огурец. Значит, решили тачанка, пира, огурец и этот ограбить банк, да? Два пира. Ну, один тогда должен покраситься в красный, другой должен покраситься в синий, чтобы было как это... Сейчас покрашусь. По-лорненькому. Еще чуть-чуть, и мы сможем зайти, как эти, знаете, убийцы тараканов. Че, в противогазах, в форме, с непонятным оборудованием. Подходишь к охране и это... Тебя сразу пускают куда угодно. О, мистер Фостер. Это где ж такая медслужба, интересно? А ну хотя, в принципе, сейчас с коронавирусом что только не наносит на лице. Красно пира есть. Где синий? Ну сейчас напьется. Хан, бери флягу. Самогон, да? Вот куда весь сахар из магазинов пропал. Вполне вероятно. Ну все, все готовы? Ну да. Угу. Я просто так тут смотрю.
Хочешь начинать? Я просто смотрю. Окей. Уехали. Будем заверлить, и потом обязательно нажмем неправильный газ. Хотя в прошлый раз я нажал его правильно. Надо хотя бы открыть хранилище без этого, без шума. Это как это без шума? Чтоб сверлить его не пришлось. Чтоб войти в хранилище и начать штурм. Разве так можно? Да. Но есть же тихо это прохождение, конечно, можно. Ничего не знаю, ничего не слышал, ничего не пробовал. Но я вижу твою, Ханка, скрытность твою пока нет. Потому что Ханк не скрывается, да? Ханк с ноги заходит в комнату. Ну, будете у входа стоять. Чё-то ты долго грузит. Так тебя только и ждем. На меня? Ой, так долго я загружались, что походу у меня компьютер решил отказаться, да? Проходить по идее. Раскручивай шарманку. 4 аптечки, 3 патрона и 2 фака. Так, ну короче, я это... сворачиваюсь. Потому что меня, скорее всего, не загрузит. Перезаходим. Хип-чат опять. Сейчас все будет. Payday 2. Проблема в том, что мне теперь придется еще 5 миллионов потратить. Ничего страшного, переживешь. Так и грабит бедного еврея. Вроде игра про ограбление, а почему-то деньги теряю я. Ничего, все вернешь, если будем перетаскивать золото Майя. А Майя Карловна не будет против, что мы будем таскать ее золото? Что такое, Семен? Самый-самый, блин, страшный прям бульдог, да, болезненный. Это так и не кошерно. Что такое? Чё ты недоволен? Чем ты недоволен опять? Все, можете заходить. Чем ты недоволен? Что такое случилось? Иди сюда. Тёма, я потянул спину тебя, закидывая в ванну. У меня болит бочина. А попробуй, блядь, каждый день по 3 раза 35 килограмма бульдога с грязью закидывать в ванну, чтобы помыть и обратно вытащить. Ой, блядь. Откуда у меня вот эта маска доступна? У меня вроде нет сотового инфами. У тебя есть читы и моды. У меня выключен DLC Unlocker. Я без понятия, откуда эта маска у меня. Так, ну все, готовы в этот раз. Да. Поехали. Там доктор в маске противогазной. Доктор, лечиться пора. Все, Семен, свали, у меня бочина болит. И... ты все еще долго присоединяешься. Нет, по-моему, что-то у тебя все еще сломано. Может, мне стоит зайти уже на само ограбление, вы потом в него уже зайдете, когда все будет? Давай, нам пофиг. Можешь Alt F4 же вру. Или у тебя экран просто. У меня экран загрузки идет. Черный. Ну я вышел, ты зайду, тоже тогда. Может кто-то из нас сломался. Нет, то что я перезайду. Еще ответ в ромашке будет. Онлайн. Ограбление. Ищ, бля, я уже потратил 15 миллионов, просто чтобы зайти в игру. Еще ты с этого. И с этого я таки ничего не имею, в этом проблема. И пофиг. На офшорку насрать. Дешевчики все равно будет больше. Так на офшорку-то все равно насрать. А, взлетать никуда, кроме на покупки этих. Ну и казино еще. А еще есть ачивка сжечь весь свой офшор. Можно. Не хочу свои 38 миллиардов-то терять.
Ну, давай мы к тебе зайдем, мы сами сожжем. Тебе мешает. У ачивки вроде даже нет. Есть. Да, есть, есть. Ну все, можете заходить, я уже бегаю вокруг банка. Сейчас подумаем. Я только что посмотрел, такой ачивки нету даже. Разве? Не, что-то есть, когда ты сжигаешь это говно. Есть, например, просрёшь свои деньги. Да, они нужны здесь как будто бы так. Красная кнопка ачивка вроде называется. Угу. Ну, по смеси посмотрю. Так. Два вроде есть. И вы грузитесь или что у вас происходит? Да. Я присоединяюсь. Не, просто вижу, что вы все присоединяетесь, но никого нету еще. Может опять что-то есть? Ромашка. А, вот. Остался. О, вы все заспавнились друг в друге. О, док. Ну что, кто там стелс, сидите, я постою тут. Надеюсь, не спалюсь. Загляну в окно. Подлилась ромашка. Ну ладно, начинаем по сложному пути. А есть легкий путь? Да. Да. Тебе придется дрелить и защищаться. Таков путь. Тучка от машины. Менеджера найти. О, еще один робот. Кто-нибудь нашел его? Понял? Да, это он. Так, термит взяли все? Ну еще не открыл, погоди. Пока не открыли еще для термита. Пустите да меня вновь. Более-менее дрель прокачана. У меня, наверное. Да сумку отдайте, кто спел. А, я взял, кто? Где сумка, блядь, у меня на стене? Такой за спиной держит ее, да. Где сумка, где сумка? Пира что-то говорит на кассетном языке. Блин, мне сначала показалось, что у тебя из глаза лазер идет, а это он так установлен, блин. И почему он у тебя какой-то выцветший? Белый. Фу. Что я могу сказать тебе? Я пошел наверх, куда чего мы. Ты что, ассист? А по мне не видно? Маску мою видел? Сам тоже расист. Ты засохла, и плюс у тебя тоже маска. Такая же. Ему не нравится свой белый лазер. Ты расист, всё. У меня он зеленый, потому что я поставил, чтобы у всех игроков зеленый был. То, что я белый рэпер, еще о чем-то тебе не говорит? Я еще белый, я пока еще вазы и статуи ломаю. Да, ты глупый закрыл. Ну, шком придется взламывать. Все, пощель. Штурм. Блин, экран. Я слушаю лучера. Я тебя потерял на их. Интересно, если бы к Локеру добавили эту озвучку из Рика и Морти. Бля, минус два. Вы, блядь, даете. О, меня нет, ты не подымешь тогда. Блядь, меня повезли. А чё вы там делали, блядский? Я за патронами пошел, а он не знает, что он наверху. Я наверху, потому что там комп придется взламывать. Что такое, Семен? Ты тоже недоволен ими? Я тебя понимаю. Ой, миниган. Поднимите. Такой миниган, то есть забегает. А ёпта, откуда вы взяли? Что вы там, блядь, так ложитесь часто? Так, ну я тебя так понимаю. Отлично.
Блин, кто меня пихает? А, это мяч. Ша, сзади, опять его кто-то скинул. Представляешь, как в борде забегает такой этот маленький чувак, весь в костюме местного джаггернаута и с маленьким микропулеметом, миниганом. Это наш самый главный, самый злой враг, Эль Тигро. Эль Диабло. А, кстати, в этом, как у Эль Тигро же из этого. Фильм с этим Филлионом, который про Uncharted. Типа, это ты что ли, Эль Тигро? Такой маленький чувак мексиканский забегает. Еще комп никто не вырубит, тогда через секунду и сразу откроются хранить еще. Я половину, четверть, а, уже и финал. Да, по мне стреляют, ты быстрее. А по кому не стреляют, а да, по мне пока что вообще не стреляют. Раз за тебя, у нас два бульдозера. Поздравляю, блядь. У вас еще четыре снайпера. Я поставлю. Блядь, бук. Ай. На, поставил. Жри. Не, здесь еще 25 секунд. Блин, у меня тут бросили. А, снайпер. Fuck my life. Да, блядь. Нафу, хамка. Увезли. Блядь, снайпер. Это последнее падение было. Я же тебе говорю, беги, жри эту аптеку. Я убежал из-под пули. Блядь. А вы что издеваетесь? Я поднял его, но я сам упал. И если я сейчас еще раз упаду, я пойду за фанком. Блять, я снял одного снайпера, там второй. Давай. А, жрать аптеку, жрать аптеку, жрать аптеку. Сейчас тоже упадешь. Ну, сломали. А, подъем, блять. Пиздос. Выживай. Мне страшно. Мы в тебя верим. Меня окружают. Так, они уже сыпятся с потолка, блять, они настолько настырны. Ну, ёбаный светильник. А, еще слепили. Я упал. Все, тяжело. Я уже наш турбо, чтобы его освободить. О, все внутрь. Все внутрь. Все внутрь прячемся, да. Блядь. Один подними, он упал. Бегу, 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 бегу. Подъем, беги. Через стену можно, не обязательно выходить. Да? Не знал. Да. Так. Главное, чтобы видно было его через стену. Так, а теперь нужно кого-то положить. Этот надо сначала штурм переждать. Да просто а хотя бы был, будет? Чтобы кто-нибудь. А F нажимаем, чтобы он сдал. Дайте его один раз прикладом. А у него меньше половины хп. Ему как-то возьми мои деньги. Понятно. Это не сдающийся. Да его подкуплю. Возьми мои деньги, скотина. Оля, отлично. Дозер, дозер зашел, там два дозера. Жопа, я сейчас слягу. А, ты уже лег. Как неудачно, блин, а. Придется ждать теперь. Опять конца штурма. Вы тоже сожрите что-нибудь, а то у вас по одному падению у каждого. Ну, одно падение осталось, пока что не Я не такой уверенный в себе. А, черт. Фак. У меня он даже еще не добежал до тебя. О, до меня он тоже не добежал. Он сделал удар сразу это, как у Чака Норриса, который пробил, блядь, пространство и время. Блядь, гребаные медики сами друг друга лечат, двое тут. Ак. Что еще делать медикам, как не лечить друг друга? А! Да ё-моё. Подъем. Блядь, да как неудобно. Пережить, конец. А, ну да. Просто. Down.
У кого там сумка с патронами, блин? У меня. Зараза. Да ёб твою Матильду. Все, что могло пойти, блядь, не по плану, пошло. Ну да, например, Ханка посадили. Блядь, где я бегу? Куда я бегу? Зачем я бегу? Я захаваю аптеку, иначе коп сдец. Я живу, чтобы спасать вас как могу. О, достижение открыто. Нобелевская премия. Это то, что вот убил сколько-то народу. Семён, что ты ноешь? Самый несчастный в мире бульдог, блядь. У меня нет патронов почти. Поздравляем, где они? У Ханка. Я картошку да просрал. Сука, за... А где наш заложник? Вот он. Вот один, вот второй. Есть. Все обменяем. Давайте. Чем быстрее, блядь, начнем сверлить, тем лучше. Ну да. Уже 10-11 минут прошло. Давай! Ну! 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 Давай ты уже, как? Давайте! Все, встаем наконец. Аллилуйя! Фак! Ты ёпта, только появился. Я встал. Ай, тоже. Ханк, смотри на меня, когда встанешь. Ханк, остался ты. Все. А, блядь, пиздец. Все, встал, давай. Блядь, мне сейчас пиздец будет от моего же динамита. Фак! Блядь, в спину стреляют сейчас. Смотри на меня. Так, лампочка справа горит. Нет. Блядь, не могу дозил, сука. Пиздос. Миниган-бузер. Я иду. Ай, блядь, я не то сделал. Миниган убит. Он опять меня ебал, блядь. Миниган убит. Они сзади бегут, сука. Да они отовсюду. Так. Джонни, они на деревьях. Дайте аптечку кончить сейчас. Нету. Блядь. Да ёб твою мать, а. Тоже надо. Мы, по-моему, нет, не проживем. Так потому что, блин, кажется, не те билды мы собрали. Но у меня билд нормальный. У меня билд не менялся с момента создания. Так, я встал. У меня тоже. Так, все, встаем. Ромашка, смотри. Ромашка на меня. Погоди, погоди. Да, блять. Медик, иди. Сука, он звука этим встал. Блять, нахуй. Давайте. Да ёб твою мать. Ромашка, чуть-чуть. Чуть-чуть левее. Вот сюда. Еще левее. Ну, так. Нормально. Сёма, перестань ныть. Все, встали? Кто-то стоит неправильно. Все, загорелось, загорелось. Загорелось? Отлично. Да. А, поднимайте. Спасибо. Осталось теперь защищаться. А. Ну так надо поставить термит теперь срочно, когда начнем сверлить. Ну, вначале дрель, потом термит. Ну да. Все, во второй ставьте. О-о-о. У тебя вы. Да. И это, блять, мы еще даже. Не начали. Не начали. Аптечек уже нету, ёпарасоте. Я сколько упал всего 4 раза. Ну ты 4 раза. Сколько упали? Слишком много, чтобы считать. Жаль, мне не показывает статистику, сколько упали раз. Мод не поставил. Да.
Я думал, у тебя есть моды на все случаи жизни. У тебя, наверное, весь экран, это знаешь, как матрица из цифрок такие, которые сыпятся постоянно, да? Так и есть. У меня тут целая кабина самолета. Пиздец, ты любишь этот... Блять, с какого расстояния тебя поднять могу? С 9 метров. Мало. Ой, ну лучше, чем вообще в упор. И хотя бы через деды можно. Да, блять, откуда вы? Хорошо, что всего лишь полчаса ждать. А. Блять. Пак. Прекрати меня стрелять! Ух, успел. Они, кстати, через какое-то время с лифтов перестанут идти и будут ходить через главный пункт. Для этого нам надо сначала этот. Нам сначала все вынести из хранилища, а потом уже они перестанут. Да-да-да. Ну это будет, кстати, очень хорошо, потому что я-то с дробовиками. Дозер. Я со снайпером. Там внизу 4 дозера, не забывайте, на этом уровне сложности. Тут миниган опять. Блять. А, чё в меня-то, блять? Спиной встал, к вам начал меня стрелять. Пиздец мне сейчас будет. А это наш запасной вариант. Ну где там? Зачем вам ключ карты? Ну там надо будет открыть. Мы его спутать с обычным. Мы ж прожигаем. Да пофигу. Пусть будет, сувенир заберу. Прилится. На данный момент официально это самая уебищная, самый уебищный забег, который был. Но то ли еще будет. Не, я могу сделать скриншот своего экрана, чтобы ты увидел, что у меня тут в принципе. Закинь Дискорд потом, или где там. Что такое, Сёма? Что ты ноешь, как этот? 1000 секунд. Я скинул на сервер. А все, готово. Вниз. Выйдите. Я тут дальше буду. Там эти. Всех? Нет. Эй, Солко, Онди! Вроде все, да, все отдыхают. Главное будет не зажраться, чтобы не упасть. Все бабки забрали. Кто пропустил десятку? Буду медленно относиться. Медленно не надо, чем быстрее, тем лучше. Лучше вот сюда вставать и сразу сюда закидывать. Откуда, блядь, я внизу сколько. Они прыгают же через это, через балконы. Вот, точнее, через перила. Семён, что такое? Что с тобой случилось, бульдог мой? Бульдог того. Самый несчастный в мире бульдог прям. Медики. Жаль, это не Descendants, чтоб нормальные текстуры у врагов были. А не эти уроды, Я даже, по идее, все еще приглашаю. Да. Упс, я, кажется, убил нашего заложника.
Блин. Поздравляем. Да, я... Он сидит, а они обычно сидят, поэтому я по привычке. Меня приглашают на «Нет милосердию». «Нет милосердию» сейчас. А, 1600 секунд еще. Еще 27 минут. Ха, тебе посажать аптеку потом. Да ладно. Это нормально, у него еще одно или два падения, смотря, есть одно у него 9 жизней или нет. А где твои 9 жизней? Вы уже что, аптеку сожрали опять? Да. Одна аптека тогда осталась. Ну, моя еще лежит снаружи. Можете сбегать. У меня там патроны где-то снаружи. А еще туры? А нет, туры пока нет. Хотя она вроде на вообще на смертном. Четыре щита, три медика, два тайзера, три бульдозера, два клокера, два снайпера, 55 врагов, один охранник и один заложник. Один. Остаться в живых, как говорится, отчаянный псих, да? Как пилась печень. Он почти выжить пытается. Я вот кого-то заминировать пытаюсь, а тут Саб-Зиро бегает. Нее, тебе кажется, это не я, это Ханк. Мы одинаковые. Да. Мне звонят. Он меня напугал. Put your hands in the air. Put your hands up in the air. Вот вот именно. А теперь шоковая терапия. А, на него не действует. Ну и пошел ты. Сейчас парень зайдет сходить. Почему я френдли фаер? 1500 секунд. Понял. А взрывов френдли фаер есть. Куда тебе? Поебало. Шокер. И тебе. Получил поебало, да? Оплачено. Кто упал? Не падай. Не выходи туда, погоди. Вот теперь можешь выходить. Блять, он пробежал. Стой, сука. Как это, блядь? Сучка такая. Зашлепал до смерти. No. Take my money. Ну мы же в банке. Я вернулся. Ромашка, а где твои киллы? 58 у тебя киллов. В смысле, где? Да не выходи. У тебя 58 киллов, это уже у всех по 100. Ну я там помогаю. Доктор, ты охуел? Он должен спасать жизни, а не убивать их. Ну, в смысле, забирать их. Не, наоборот имею в виду. Я кидаю гранату, раз он всех вылечил. Только одного может вылечить. Ну, может, там не один был, там сразу несколько вылечилось. Еще один доктор остался. Знаешь, три доктора на одного этого спецназовца такие забафали его, у него такие там мышцы такие сразу выросли, такая пена с рта. И стал дозером, да? Ага, да. Под музыку из Марио. Когда Марио цветы жрет. Мега гриб сожрал. Да-да-да. Под музыку из звезды такой летит и всем леща раздает с пулемета.
Даже не стреляя, просто подбегает и бьет. Ну вы развлекайтесь, я отойду. Куда ты уходишь? Стоять. 1300 секунд еще. 1350, правильно сказать. Нужен этот новый Джокер. Этот отъехал. Ай-яй-яй, вуп-буп-буп. Фуф. Фига, уже, в принципе, на последнем винте его снесли. Черный дозер. Как так? Сёма, перестань ныть. Да дозер, браток. Сука. Что же вы такие заразы это? Я вернулся. Ага. А нам тут хана. Ай-ай-ай. Только по лицу. Ну, там. Не-а, моё. Еще 21 минута. Чуть не кофе. Там миниган. Не, не пойду я туда, я передумал. Почему? Больно. Минигана увидел. Спасибо. Ты же видел. Нет, не видел. Ну блин, ты пошел то в поезд и толкей кинул, так что твоя вина. Мод на подсветку гранат не стоит, извините. А есть такой? Не знаю. Ну на щетку гигантскую не нашел же. О, блядь, я кнопки путал, беги! Уф, хорошо, что мне стело мало, оп, довольно. Блядь, подпольника и граната рядом находится. Хорошо, я хотя бы не коктейль Молотова, а то прямо ментально сдох. Не, я их не беру, их в воздухе подстреливают. Ща, я убью его, отойди, отойди, у меня рукопашка. Нет, навык. Чем больше я убиваю копов с дальнего боя, тем у меня сильнее становится ближнее оружие. Следующий удар? Или всегда? Следующий удар. А, то есть накапливается, слушай, прикольно. Да. Это в последней ветке, которой? В беглеце. Она случайно не называется это Омайо Мушиндерю? Такой бульдозер Нани? Не, Ванпачман называется. Как? Ванпачман. Ванпачман. Шучу. Ну и у меня этот навык вообще из-за того, что нужен берсерк. Так-то я бы его не ставил. Но он довольно полезный. Отдыхай. Может хватит издеваться над животиной? Ладно, он мне переиграл. И уничтожил. Хорошо, что за клокеры и тайзер не считаются падением. Ну, да. Тут еще один клокер. Вам нужен? Не, больше. Мне больше не интересно с ними играть. Тупо в одном месте патроны берем. Уж там толпа вроде. Сейчас подожди, пусть подойдет еще. 18 минут еще. О, тут маска дозера. Пластина его. Скул дозер. Выжили в том углу. Ну чё, у тебя подствольный гранатомет? Ну да, гроза. А у меня нет такого оружия. Потому что я не покупаю DLC, мне комплекта хватает. А, это скидка была недавно, я все взял, что мне не хватало. Я просто все взял.
Единственное, что я после комплекта купил, это два Тейлор пака и все. Так это ж на скины, даже не на оружие. Ну чё, зато эти скины подходят к билдам. И то оружие большая часть говну просто. Ну это прикольное. Нормальное оружие автоматическое с посольком. Да это же было только одно, и то стреляло одиночным, по-моему. На пачке с деньгами написано The Grand Slap. То есть большой шлепок. Пойду тебя резать ледорубом. Я это, только пропылесосил дома, и я вернулся только что. Что у нас, как у вас дела тут это? Все плохо. Нормально, чилим. У Ромашки так и нету стакелов. Потому что я сидел, я пылесосил дома. А у меня с Ханком уже за 200. Ну вы-то это там что-то убиваете, а я сижу там, бегаю, играю, мне тут. Сами убиваются, смотри, сейчас покажу. Подходит и умирает. Стоп, а где они? Кончились. Умерли. Они же умирают. Что не умирают, как лемминги. Что ж вы, студентики, себя не бережете? При чем? Ну, есть такая херня. Я, наверное, что в этой комнате сейчас, в которой я сижу про пылесос. Ну это. Не обессудьте. Иди тогда главный зал сделай, тут вот патроны валяются, запылесось. Ой, давай. Скульдозер ко мне. Подсветите скульдозера. А, не надо. Я промазал! Я промазал. Ты дел... Да? Ё-моё! Ой, да я просто промазал ближним боем. Сам себя подстрелил, что ли? А мне патроны, не? Нельзя? Не, обойдёшься. А мне? А ты вообще тихо. Я там почти всех убил, я это запустил туда. Ты сейчас одно. Ну, в общем, я сюда поставлю детку. Ух ты, миниган. Сколько людей будут тащить золото? Я буду лично защищать коридор. Ну ладно. Вэмп сделает, и опять просрём из-за него овердрил. Да не, я помню. Надо... В следующий раз в приседе это делай. Так я и делал. Ну там, скорее всего, просто у меня было на экране. Ну, точнее, я смотрел на одну плитку, а выделена была другая. Уже есть, ну, надо херня. Смотреть, какая у тебя побелела. Ну, тогда я не увидел. О, в Enter the Matrix были квадратные колеса. А в Payday квадратные мышки для компьютеров. А ты компьютеры видел сами? Какие-то квадратные, какие-то нормальные. Ай, как больно. Вот миниган. Это не убил. Ну почти убил. Там хп оставался. Ну я не до конца зарядил просто. 850 секунд. Атаку. Так, отдай ты мне свои патроны. Нет, не надо, я бегу. Блин, слушай, мне патроны не дает. А! Ты бы это... Захавал да, аптеку. Да, да. Сука, осталось, все полное. Да. Тут сумка лежит с патронами, даже две. Ага. Не выпадаешь или... А еще у меня обтыришь в итоге патроны. Ну потому что у меня подбор большой, поэтому я лучше буду подбирать, чем из сумки, блять. У меня тоже 10 патронов за одну пачку. Круто, а где за это дается так? Перк с этими, с патронами. А у меня нет перка. Раздели техника. А у меня его нет. Да? У меня просто оружие с таким подбором. Не, у меня подбор на оружие слабый, поэтому только за счет навыка выживаю. А я без него отлично выживаю. Если бы с ним, по-моему, еще было побольше. Я бы уже был бы передоз патронов. Ну давай отступим сюда, пусть сюда зайдут. Зачем? Ну ладно. Ну, чтобы их собрать в кучу, ёбнуть. Чтоб веселее было. Да, не пускайте их.
Блин, это гранат, когда ты кидаешь... Да я просто сижу. Когда ты кидаешь ту гранату, она выглядит как тапочек летящий. Динамит, типа. Вот здесь, блядь, нужна снайперская винтовка такая, быстренькая. Это к ромашке. Вот. Пих, вот так вот. СВД, вроде, у нее вроде с кастерность высокая. Да, даже самая первая, с которой я бегал тогда, тоже пойдет. Два пира сдерживают позиции. Держите. А я просто нихера не делаю. Да, блин, ненавижу, что они немного попиксели чертовы дробовики. Теперь на одну дробь меньше, из-за этого больше мажу. Как можно промазать из дробовика? Так теперь вместо 7 выстрелов 6 всего. Какие же моды на этот, на увеличение количества патронов? Нету. Есть. Ну, на некоторых дробовиках, по крайней мере. На вылете. И это еще, думаю, создатели обосновали, типа, мало ППС, а то при выстрелах. У кого? У тех, кто на картошке играет? Нет, те, кто в VR играет, там реально жопа. Этот ебаный движок в дизель, он нихуя не предназначен для VR, а они взяли и сделали, блядь. Из-за этого, друзья, даже на низких, на низкой графике, вот это такую хуйню. Да, это точно. Подтверждаю. Я игру вообще текстурами починил. И модами некоторыми на производительность. Не, я поэтому и не ставлю, потому что в VR это вообще не будет работать. Компьютер превратится в компьютер. Не, я знаю, но имею в виду из-за того, что в VR обрабатывается два изображения одновременно, это двойная нагрузка. А дизель без того хуево работает. Поэтому мой компьютер резко превращается в картошку, очки включаю. Собственно, как и Вин Дизель со временем. Вы его видели? Он тоже превратился на некоторых фотографиях в картошку без своей майки. Он же вроде до сих пор снимает четвертого Ридика. Интересно, как он там выглядеть будет? Ты ровно 300 килов. Да, 300 килограммов он там и будет выглядеть. Килы и килограммы тут при чем? У Вина Дизеля они примерно одинаковые. Вы чё бросили меня? Ну? Я смотрю, кто-то переиграл Хейла по детству, да? О чём ща речь? А Хейла и Тибэггинге. И багают покеры, но он уже отъехал. Капец, вы его морально уничтожили, еще и током ударили. Изверги. Уже спасибо, что не сожгли еще. Секунды. Промазал. Ты сука! Спасибо, что огонь на себя принял. А нашего Джокера нет. А он там сидит. Защищает пылесосера. Он чуть-чуть потом... Я сразу все подобрал. Потому что этот дозер за себя все сожрал. Я поставил его и все. Блин, как ну... А, там... Ой, тут еще один. Я пойду чайник пока поставлю, пока вы там веселитесь. Если что, орите так, чтобы я в наушниках услышал. Точнее, без них, из соседней комнаты. Хорошо, будем не орать. Посмотрим, как ты умрешь. Через 8 минут, кстати, осталось. Турели нет все еще, что хорошо. Shield.
Вы еще живы? Да. Странно. Спокойно держим все еще. Без напряга. Нападающий с анархистом спокойно работают в команде. Один хпик восстанавливает другую броню. На камере в этот раз написано, что это... Блядь, момент. Клокер. Минус. Камера пуль непробиваемая, граната непробиваемая, пила непробиваемая и шока непробиваемая. Если снизу посмотреть. Я пропылесосил. Почему я слышу пыль в твоей комнате? Прости, где написано? Пожалуйста, вновь такого не повторится. Тот-то же. Вэм, где написано это? На камере. Вот камера, вот снизу. А, что там сдерживаешь? А, бумага непробиваема, да, нет? Щит, ты чё как? Ё-моё, я увидел щита в природе дикой. По щит наверх поднял такой, не надо, не бейте меня. В итоге в ноги расстрелял. 387 секунд. 6 минут. И 10 секунд. Ну, 9. Ну, 8. А, ну, 6. Кто даст больше? Минут и... 310. Уже 5.59. Как ты продажный ублюдок. На, держи свои деньги за работу. И блокер наверх, смотрю, что-то странно. О, кстати, что я застал его? Блин, он убегает, ты лови его. Он пытается сбежать. МП-5 да, или... А, нет, подожди, этот. ГТ-6. Да-да-да. А чё там подсвечиваются враги? Вы камеры смотрите? Что они подсвечивают? Чё они наверх смотрели? Там же ничего нет. Какой идет? Да вон вы подсветили дозера, Годзилова щитовика такая. И щитовика. Не подсвечен. А, да? Не медика. Театр теней прямо. Красных теней. Очень мало нужно патронов. Две пачки, я полностью заряжен. Круто. Мне бы так. Ну сделай себе билд. Так и так уже нету этих очков, чтобы тратить. Ну переделай билд. Но мне все нужно. Тебе нормально с пистолетами играть? Да. Они очень точные, в голову прям одно удовольствие шмалять. У меня какого-то хрена дробовик на 30. Я бы единственное это... Не два пистолета бы с собой таскал, а по одному. То есть одно оружие, которое пробивает броню, второе оружие одинарное, чтобы стрелять точно. Тяжелый специалист. Он мне так предан. Ну ты обещал ему заплатить за лечение его мамки. От ожирения. Ха. Не, такого не обещал я. Когда он это работает за ему. Это? Четвертая сотня киллов пошла. Да. Это так. Все, он за вами теперь ходит походу. Он решил туда. Он решил с нами хранить. Бульдозер, получай. Я хотел шокер, но ебать, ну ладно. Пожалуйста, надо было. А на него шокер не действует. Да? Слишком жирный. Да? Это вообще какого хрена сапёр воюет, ё-моё? У них кончились обычные экзоскелеты военные. Надевают на что угодно. Вам подарок. Надевают костюм сапёра, о, миниган. Блин, у меня нету силы на ближнем бою. Да, взрывчатку давай. Ну-ка, я тебе бомба, где бомба? Ты выжил. Если бы это был коктейль Болотова, то нет. Еще подарок идет. Еще один. А, вот это вот, блять. А! Сучка. Я хотел сказать, что с этой стороны сидел вот этот мужик. И вот так вот рядышком с колонной стоял клокер. Типа, они друг друга не видели. 2 минуты осталось. Ну, 3. Я округляю в меньшую сторону, а не в большую.
Округляй, не округляй, меньше не станет. 166 секунд. Минигана нет. Я все это время пылесосил. Устраиваем. Кошмар, тут это. Нам еще это переносить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, 11, 12. Эй, охранник все еще жив один. Мы его просто не нашли. А он в этом, на камере стоит. Минус же, минус наш. Ну ты его не там поставил, там в проходе. Ну чё, нормально. Талисман наш. 2 минуты. Вот если мы накрываться можно было бы, это имело бы смысл. А им похуй, просто стреляют сквозь него. Кстати, жалко, что ну, здесь нельзя наш брать в заложники за шею. Ну да. 1 минута. 40 секунд. 30 секунд. 35 секунд. Кстати, Ханк видел, я там скинул этот. То, что скоро появится новый этот. House of the Dead. Да, но он вроде как только на свече и на стадии. Ну. А у меня не свеча. Свеч есть, но он не работает, пока магазин не включат киллеры. Эмуляция же. А на стадии. Думаешь, нормально? Да. Самого свеча-то игр пока нету и нормально эмулируемых. Почему? Есть. На свече 2 эмулятора есть, ты чё? Рюджингс и этот еще второй, блин. И они отлично идут. Один полноценную игру нормально эмулирует, там типа это, все не, игры да, идут, которые да, на них под 60 FPS без проблем. Да, вообще 45 секунд осталось. Не, ромашка своим ракетометом снимает больше брони, чем блин граната. Угоди, теперь я буду баб. 42 секунды. Теперь выстрел забежал, когда выстрел туда. 30 секунд. А, я что еще? Кто будет тыкать на плиточке? Не я. Кто знает, я. Вот. Савира, давай ты. А я при чем? Я овердрил один раз, выполнял. Никто не знает код, это проблема. Может, у меня браузер открыт. Да у меня фотография есть. Другая уже. Ну я могу сделать, но я могу и просрать. Ну давайте, тот, у кого фотография есть. Если что, то все. Если что, в прошлый раз я уже сверил здесь 30 минут. 2 дня назад. А все, распределение завершено. Чего не открывается? Это обман, что ли? Да. А, только сейчас так, вот хер его знает, блять, как тут правильно. Так. Ну ты посмотри фотографию, ё-моё, не тыкай просто так, будь добр. Хе-хе-хе. Так, только теперь еще понять, какая подсвечена. Так. Белый контур. Раз, два, три. Так, раз, два, три. Вот это. Должна быть первой. Вот это вот. Блять, белый контур. Так, ну, час X, короче говоря, жмем. Ну я отойду, ты это там сам, если что, я не буду. Один. А, молодец. Одну угадал. А что? Нет? Ты газ уже, ты газ уже. В смысле? Нет, ты газ. Ну вот что ты нажал, признавайся. А, я пропустил одну. Ты пошел ты, блядь. Какую нажал? Надо было вот эту, следующую. Вот эту вот. Ей! Ну рестарт! Заново все это? Да. Ура! Дим, все, вампу не даем больше это. Да ладно, я в следующий раз угадаю точно. Нет. Тебе запрещено туда подходить. Тут пятый. Как раз, по-моему, с пятой мы в первой части все это сделали. Ну вообще, если что, в Дискорде у меня есть эта фотка, так что можете открыть у себя. Там нужно вверх пролистать. Вы там зайдите, как вы там по стелсу хотели, это ж вили-вили, а я постою. Угу. Пустоим, подождем. Угу. Все? А, я ничего не готов. Или вам поставить еще уровень посложнее? Я, короче, хотел сегодня это с рандомами пройти.
Но они все время выходили. Они не согласятся на это говно. Нет, три человека согласилось. Mm-hmm. Ну, я и это, два еще. А один все время выходил. Еще не вечер, сам захочешь сбежать? Говорили, что овердрил. Там сначала слово овердрил, он сразу выходил. А вот и менеджер. Кого-то палят. Главное еще не взрывным стрельнуть. Слышали выстрел все, включая тех, кто были на улице. Но не... Это глушитель. Ага, ну да. Хороший глушитель. Ну тут охранники. Глухие, слепые, тупые. Дерьмо. Ну, не тут, не повезло. Ну тогда я просто отключу камеры. Что это? А, это всего лишь ветер, да? Как ты спрятался хорошо. Ты здесь, да? Ты сливаешься. Вообще не подозрительный русский такой на фоне. Как там было это, типа, я стою настолько недвижимо, что растворяюсь в тенях или как-то так, да? Моем просто камуфляж, вот он растворяется. Не видно. Только вот этот период подобрал он не вовремя. А чё это вы тут два мужика делаете? Тебя... А тут твоя пинга. Я люблю этот пинг. У него ещё борода немножко идёт, если так приблизиться сильно. А у меня мешков нет. А, какой страшный. Жёсткий. Я сейчас показываю самый страшный, наверное, свой стрим в мире. На, найди сюда, упакуй труп. Я? У тебя скрытность более-менее. Зато у меня ловкость, как у балерины, блять, со штангой. Я могу пройти около охранника, если вам надо. Если что, скажите. Кого там упаковать надо? Упаковщица номер три уже на месте. Вот здесь валяется. Блять, быстрее. Унгвагья. Это чё за... Вон туда убираю. Эбана. Рассказать вам анекдот про негра или про еврея. Тут сломай, одновременно присутствуют и те, и другие в одном лице, так что... Сломай щиток рядом у тебя. Ну могу про обоих сразу рассказать. Да. Только порядок выберите. Ой-ой-ой. Сломал. Чё теперь? Сейчас. Главное, чтобы ща никого не было. А в смысле? Я даже не прошел никуда, почему он меня убил? Ну, поехали. Да давайте перезапуск, и это, вы там сами как-то, я буду воду пить. Так чё? Вот стапит, а я бы ветошь его входа, и всё было нормально. Перезапустите, перезапустите. Не шевелись совершенно. Не шевелись, не дыши, не смотри. Могу вот его посадить, кстати, в клетку. Не надо, пожалуйста. Дайте ему хорнибонька. Я хочу жить. Я пойду, буду на остановке стоять. Ой, уже достал. Дважды сам спалился. Эх, ладно, пойду за тобой. Буду упаковывать. Вот он. Блин. Тут его можно будет не упаковывать, главное просто будет втолкнуть куда надо. Ух, полетел. Его не найдут. Уверен? Капец, ты беспалевный, через главный проход. Как сейчас. Камера. Вот она. А, тут все камеры пуль непробиваемые? Да. Ну, да. Жопа.
Можешь камеру просто отключить, всю. Можу. Сейчас отключу тогда. О, синяя. Фигня, не могу подобрать. Пока щитки поищи. Оу, щитки. О, еще одна желтенькая. Надо не забыть. О, еще одна желтенькая. Ну, вроде я еще не спалился. Значит, все хорошо. Я спалился. Ну, нормально. Все пучком. Блять. О, теперь начинается. Интересно, успею на второй ответить, нет? А все там 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Успел. Фу, успел. Ну еще один пейджер можно ответить. Все, один пейджер. Так что, нам все равно в поле уж придется шумно. Вот я пойду сниму деньги с банкомата. Не в банке. Идут. Шли давайте. В полет. Ну когда заберет мини-маленький самолет. Все. Сейчас еще коды на компьютерах вводить. Все. И где их искать? Внизу. Я бы к вам зашел с радостью, но... Мы тебя убьем. Но могу зайти, если хотите, конечно. Если мы тебя зарежем. Не надо, пожалуйста. Я хороший. Все, последний пейджер. Ну все. Да все, нам осталось только открыть хранилище. Пошли. Главное, чтобы этот труп не спалили, пока мы там... Так что, его упаковать? Давай. Спали. У нас нет мешков. У меня есть. А, ну упакуй тогда. А, нет, у меня мешки, у меня кончились они. Почему они у меня кончились? Потому что у нас всего один, это не стелс билд. Сейчас ждем, пока это подойдет, наша курва. А что, отсюда дотянет? Вон она идет. Мочи ее! Пока на рыб. Я пока на рыбок посмотрю. Идите прогуляйтесь или что-то такое, блядь. А мне интересно, если я в последний момент зайду и это, она откроет ворота или не будет? Надо проверить. Не прыгай! Сейчас придется уворачиваться, чтоб не спалили. Угу. В металлодетекторах, например, стоять. Ты сейчас пройдешь через него. Скажите, как там зайти, там... Все, можете входить. Тем более там, по-моему, кто-то нашел труп. Нет, еще не нашли. Так, я иду по аккуратке. Заметно. Ну, вроде меня никто не заметил пока что. Все. Пойдемте быстро встаем. А это дама так видит, себе спокойно стоит, тут что-то смотрит. Так, а начнем с того, что термит-то мы не забрали. Давайте пока активируем. А. Давайте пока активируем. Давайте, становитесь. Все, все встает правильно. Так, погоди, охрана мне стреляет. Все загорелось. Я пойду поставлю. Опа. Как так? У него магнум, вот так. У него пистолет обычный. Разве? А, у этого да. Да ну просто больно было. Там теперь надо найти этого менеджера, где он там карту забрал. Зачем? Не-не, все уже. Мы по стелсу все сделали для этого.
Не, нет, я имею в виду. Я просто не для стелса туда тоже надо входить. Там уже открыто. Мы. Да, наверху. Все, я забираю жидкий термит один. Если надо, можно вторую забрать. Они уже тут. Давай. Охренеть, впервые прошел эту штуку по стелсу. Не по стелсу. Ну, относительно по стелсу. Это лучше, чем ничего. О, я нашел еще одну штуку. А есть люди, которые проходят овердрилл по стелсу, или нет? Он не работает. Ну, он не должен работать, потому что только по лауду можно овердрилл. Ну да, но есть мод, который позволяет по стелсу, и не надо ждать эти 30 минут. Есть мод, который превращает эту игру в другую игру? В Skyrim. Да. Да. Блять. Хрена, как далеко он за тобой бежал. Я спрашиваю у Саб-Зира, как найти мод, где будет там, ну, 16 или 32 человека в лобби? Он сказал то, что такое существует. Я у него спрашиваю, а ты можешь мне его скинуть? А он говорит, а я не знаю, что это за мод. Там, ой, пулеметчики. Я писал, что я не знаю, не помню его название. Ну вроде на. Хотя я тоже вроде скидывал ссылку на. Сратые пулеметчики. Да этого не скину, поехал. Биг лобби называется. Биг дик. А вот это. А? Биг дик лобби. Денежка, спасите ее от огня. Не мучайте, пожалуйста, моего друга. Зачем? Ну что это было безопасней намного. Распостылся. Мы намного меньше упали, раз. Да-да-да. А что из-за этого? Упал только хан. Скотланд Форева! Я забыл, что у Джеки-то нет матов. Да, какой культурный. Я приговариваю тебя к безумерди. А у Джеки-то просто как кассеты нет. Yeah. Да их настрой еще, так что норм. Ну, мой друг. Культурный тут только дюк, а у Джеки-то просто нет кассеты под мат. Ну да. Ха, это он моего бати кассету с матюками этими блатными не находил. Да у него французские и немецкие кассеты. Ха, с водопроводчиками и горничными. И куда вы побежали, господа хорошие? Дорогие, мы защищаем. Да не вы. Желайте мне приятного аппетита. Жри, не подавись. Спасибо. Кляпайтесь. Да. Спасибо. Гранатометом в меня прям прилетело. А что тебе? Тут выживешь? А чё мне написано, что ты заново в игру зашёл? Вылетел, что ли? Нет, Саб-Зира. Саб-Зира играет в Payday. Его даже патроны тратит. Я давно как бы... Ну, у меня только сейчас выскочило сообщение об этом. Когда я его невидимку давно убрал, понимаю. Могу сделать, если хочешь, вот так аж. Невидимку. 1700 зигунд. Куда пошел? Ай! Ха! Ха! Фридом! А! Свободу Ленину. Да. Свободу опять Ленину. Опять моего друга кто-то убил. У него аж одно хп осталось. Еще один стример. Стримит, он меня сейчас бал в Payday. Ну, добьешь оверкил. Так что это... Убить этих самых. Так он на Дейсе только играет. На Дейсе? Я не могу тебя подойти.
А, уже просверлило, что ли? А ты, нет, сука, почему ты не думал? Через пол могу. Ну ты через стены можешь, говорили же уже. Но не через полы же. Ромашка играет в Payday. Steam шалит, походу. Чё, в Payday только заходишь, Ромашка? Мы тебя сколько ждать можем? Ну сейчас там... там еще 30 минут надо подождать, как, пока дрель закончит, я присоединюсь. Мы ж тебе говорили, давай быстрее к нам, мы ж тебя ждали только. Да ладно, вам жалко, что ли? Да нам жалко времени, нам просто один дурак не смог активировать дверь тогда. Ты! Этот дурак, открою секрет. Ага. О! Ракетомет с котятами, уважаю, наш человек. Да блять! Да ёпа, ты что? Место посадили! Блять, откуда он из этого вышел, что ли? Так что ж ты не живешь в аптеке, Ханг? Где? Она далеко была. А так надо было сказать. Чего купили? У нас много джокеров в главном холле. У нас убили, который я Ханг играет. Его приютил. Да, блять. Кто там стреляет? Ты что ли, скотина такая? Сзади кто-то. Как ты там оказался, медик? Ну теперь нам нужно быстренько, точнее, Сабзира нужно будет быстренько вычистить всех противников. Издеваешься? Да. Не, перекладывай обязанности. Готово, только сзади крыса. Крысы сзади. Подошли. Кажется, сзади сейчас вылезут. Интересно, почему такое ощущение, по моему наблюдению, да что а вот охранник был еще один. А нет, это был полицейский. Охранников давно уже нет. Меня бьют. Что поделать? Управляем. Поставь другую щеку, как говорят христиане. И воздастся тебе, как говорится, леща святого. Осталось ждать 25 минут. Ой, спасибо. Самую малость. Я Олфман. Тысяча. Конец штурма, чтоб Хэнка освободить. Единственный, кто да, кроме меня убивает. Да Ханг прохлаждается, еще уже второй раз под стражу убежал. Ай, отвали. Ай, блин, не наш. Ханверта убили. Ай, блять, я не бульдозер. Хрена... Но меня он также подорвал. Хрена прилетела, как говорится, в этот... Меня также подорвали. Это потому что я черный. Там просто бульдозер стоял черный. Я перепутал, да? Ну это легко перепутать, негра. С черным бульдозером. Ну вы извиняйте. Слились. Как там было в фильме? А? Расист, расист, чуй расист. О! Танк, возвращайся. Блять, вобабляп меня, короче, от это. Двое. Могу перевести на свою сторону. Вобабляпа? Вряд ли. О. Не казните, пожалуйста, никого. Недоброе. Ладно, нам один уже лишний. Где этот? Он убежал. Ха! Нет, получай, поим.
А-а-а, Скотланд Форева! Блять, не успел. Побежал с мечом. Проблема в том, что я пробежал всех и промазал. Я так под озером мажу. Нам еще придется выбегать, чтобы поставить С4. Потом переносить мусоровози это все. Придется. Так, ну, я свои пока поставил аптеки, так что это, вы пока не тратьте. На всякий пожарный. А, где аптеки тут? Вот. Это за моих друзей. Ну ладно, не буду есть. Я сейчас это... Тебя сфотографировал так, в такой позе, как будто бы ты высрал две пушки. Светите дозера. Спасибо. Ай, поступил. Ромашка, ты чё опять в Payday зашёл? Тебя сколько ждать можно? Ну извините, я пылесосил. Бух. Да хватит меня вечно покупать. Хватит бежать вперед. А чё мне делать с дробовиком еще? Ты вперед, гада, ты бежишь. А тут у дробовиков дальность, по-моему, как у этих. Да, ты мне досталось. У нас всех. Сабзира, хочешь получить приятный тур? Кто хочет тур приятный? Я хочу. Ты это, не маши этой штукой. Ау. Только проблема это в том, что у меня осталось одно. Прямо убиваетесь. Пока я переписываюсь, вы друг друга убиваете, да? У нас кончились враги, мы начинаем сражаться друг с другом, как орки. Некого стукать. Да. А, скалбойзер, вот на кого на бланкет цепить. Какой ты, блядь, жирный. Я миротворец. Ты чё это за орда? Блядь. Чё? Чё? Джокер на любой выбор, на любой цвет и вкус? Да. Рынок, да? Это называется гарем. Это жена понедельник, это жена вторник, а это пятница. Я миротворец. А это черная суббота. Нет, тогда черная пятница лучше. Скидки, как говорится, для всех евнухов. Тысяча 200 секунд. Я пока покушаю. А я пойду за чаем. Развлекайтесь. Скалбойзер. Я слышу. Ромашка, сколько в Payday можно играть? Присоединить, заходить к нам, а? Ну, меня лагает. Патроны. Не убивайте его, я его еще... Блин, я его приютил. Хорошо. Опа. Тут локер где-то. Угадай где. Спасибо, еще бомбанул меня. А что, не понравилось? Могу еще раз. Я пока что один раз упал от клокера, второй раз от ракеты. Мне враги еще не положили даже. Факт. Даже я тебя положил. Да ты самый первый меня положил. Звучит как-то по-гейски. Я спрятался в хранилище. Ведь тебя не спасет. Так я кушаю тут. Розовый слоник, да? Начинается. Братишка, я тебе покушать принес.
Дозер черный. Принеси мне золото покупать. Он убегает, он от меня убегал. А потому что что он кончился? А я думал, он меня испугался. Такой идиот с ледорубом бежит. Ну, давай-то, выходите. Обернись. Что такое? Не успел. Ви там живи? Я там приютил еще одного. Ты похож на очень это, как его... Кого это? Блудного, кошак, блудного извините, ветеринара, блядь. Не знаю, как по-другому сказать. Бегаешь тут со стетоскопом. Сильная независимая кошатница. Не, на одного щитовика целую ракету просрать, капец. А Машка, только ты так умеешь. Что ты предлагаешь делать? Прячь чего-нибудь другого? Так они добрые, я их приютить мог, но они это... Щитовика? Так. У тебя на этом мод найдется, я уверен. Нет. Значит, сделаешь сам. Я чё, программист? У тебя есть мод на обладание программистскими навыками, скорее всего. Нет, я пуст. Я замаскирован. Меня не видно. Ты как в Матрице. А. Ну да. Можешь заскридить. Он в камуфляже. Сейчас. Подожди, лазер выключу. Я просрал все ракеты. Мне надо, чтобы блядь. Мне поставили. Не знаю, короче, что сфоткалось, то сфоткалось, а то тут люди бегают перед камерой. Это как, когда ты пытаешься кого-то сфотографировать. Запрещены! Не, когда пытаешься кого-нибудь из знакомых сфотать на фоне чего-нибудь, обязательно какой-нибудь засранец пройдет перед камерой, в нужный момент ты его затылок сфотаешь. Так это ж я. Ё, тут враги тпшутся у меня. Меня опять подорвали. Это не я уже. Ну разместите кто-нибудь, пожалуйста. Ещё 15. Иди собирай. На улицу. Нет. Мне не хватит, мне надо. А он ракеты не может, а он ракеты не подбирается, да. Ты фигни. Разве? Они да. Не помешаются в карманах у полиции. Я гранаты подбираю, а он блядь. Может ракеты подожжет. Спасибо большое. Ну гранаты, ну эти гранаты меньше. Я там 210, ой, 110 забрал процентов. 210 это мой ник, не я надо. 110 процентов забрал. Делан. Да хватит меня взрывать! Да бля! Даже бессмертие анархиста не помогает! Даже без двухсекундное бессмертие не помогает против ракет Ромашки. Блин. Да ж ты, сучка. Да блядь! Я решил в этой скоке вам податься. Блять. Да. Я тупо дважды от ромашки упал. У меня мурашки от твоей ромашки. Вот у меня от неё миниган. Миниган. Сделан. Я пока покушаю, вы там как-то сами. Кто из вас миниган? Ну, я нажми. Вон он. Он меня увидел. Он нас всех увидел. Чё он не идет сюда? Это хэви пулеметчик. Мы ж пироманы. За нами хэви выехал. Ман против машин, ё-моё. Там мимо.
Блин, меня убил, расстрелял. Как вы пропустили одного? Я не знаю, как они одного пропустили. Да, блять. Минус еще 12-30. От патрона. Спасибо. Еще 12-30 осталось. Еще миниган слышу. Что такое? Что случилось с бульдогом? Я пометил. А, там еще один за ним. Медиков помечает, кто-то дозеров. На кого указывающий перс попадет? Кто-то ракеты на двух человек тратит. Беги. Там еще один миниган, по-моему. Понимаешь, не закачивается, что ли? Вон он. Ну, как чилятся люди. А, ну стреливается. Еще 100% патрон. Эми, сейчас будет немножко неудобно, но мне тут бульдог расселся. 30,5 килограммов. Бульдожево счастье, давящее на руку, это немножко неудобно для стрельбы. А у нас тут психология начинается. Ты меня бронил, все снес. Эль, заберите у него гранатомет. Рэмбо чертов. У Рэмбо он спёр, походу. Не, у команда. У Шварценеггера. Не, я буду тут. Я не могу. Сейчас там кто положили. О. Не туда не нужно. Пока я отошёл. Блин, надо было 6 черепов ставить. А то так скучно как-то. Сабзира, тут осталось 210% патронов. Нахрен тебе эти патроны, почёт. Ну вот, что-то красиво. Чё они все в меня стреляют? Потому что остальные спрятались. Вообще-то он стоял за мной. Они стреляли через это, как в робокопе. Через ноги мои. А может у тебя ханк просто, вэмп, просто вот эта фигня от шпиля. От шпиона, который тебя делает менее приоритетной целью. Да хрен его знает, может быть. В обход стрелять, пули закручивает, да, как бы. Ага, это особо опасен, да? Ай! Прямо из этой штуки подняли. Ой. Ужас. Я пойду скушу аспирин. И аскорбин. Патроны. Я поел патроны, там опять миниган. Тут даже тампоны есть. Так, признавайтесь, кто захватил в медицинскую сумку тампоны? Кто поставил в медицинскую сумку, тот заставил. Я не ставил в медицинские сумки. Пока я ставил, кто мне их подбросил, признавайтесь. А принес, значит. Тоже твоими сумками никто не обладает, кроме тебя. Я здесь повелитель сумок, да? Да сдохнешь ты же уже, ёпарасоте. Чё ты кого расстреливаешь? Копов. Никак не хотят умирать почему-то. Я копов пытался убить. Блин, не та пушка. О, миниган. Я иду. Подметь его. Сейчас выйдет.
пометишь. Вот он. Я готов. Все. Он закончился. Спасибо, что меня не взорвали. Еще один миниган. Заложника завалили. Я не успел. Я не успел накопить эту фигню. Да и не надо. Еще один миниган. Ой, не миниган, просто. Рената и вообще бесстрашный в упор ракетометом в харю. Еще скулдозер. Убит скулдозер. У нас новый заложник. Там вообще до хранилища, походу, ментам полностью насрать. Там клокеры хотя бы есть. О, есть клокер. Кто ищет, тот всегда найдет. Уже нет. И все. Один клокер был. 431 секунда. Он такой на лежанке лежал, пил коктейль. Я пришел и расстрелял. Кто будет скрывать? Явно не по, не вэмп. Да, почему? Вы мне что, не доверяете? Я же ни разу не ошибался. Ну, кроме последних двух раз. Второй раз ошибся. Пам! Да, блядь, это кнопка. Да ёбаный свет, что ж такое, блядь, живучий, а? Я отойду. Опять? Чё, ты там ещё все супы не запылесосил? Блядь. Аккуратнее. Нет. Ёб твою мать. Ай, блядь, та же самая. Танк, ты заразный. Я случайно, честное слово. Да, а я за тобой бросил. Дважды подорвали. На одном месте. Залазь, Семён, залазь, давай. Хочешь на кровать, залазь на кровать, давай. 6 минут. Вы меня только охраняйте, пожалуйста. И прошло всего 33 минуты, а не 44, как в тот раз. Всего один снайпер за все это время был. Закинул бульдога на кровать. Все, сиди. Нытик. Bring me everyone. Everyone! Это кто, кстати, говорит? Гай Олдман из фильма Леон. Не-не-не, в смысле, вот сейчас. А, сейчас, хуй узнает. Наверное, копы. Ну, один, да, копы сейчас. Я тебе, блядь, сейчас с прыжка как. Сам с прыжка, да? Да еб... Ты кто-то взялся, блядь, теневой. Из тени появился. Тоже мне ниндзя во вспышке дыма, блять, заматеризовался. Ну это ж PD, все логично. Угу. Меня один раз вообще вот вкусно в этом банке через стену простреливали. Задолбал, из откуда появляются? Они отсюда бегут. Меня один раз через стену простреливали. Меня увидели сквозь стену, если в прошлый раз вспомните. Меня с твоим пингой только раз стены встречали. Ну извините, наша большая и великая страна никак не может, блять, наладить нормальный интернет. Эй, это ведь у нас не самый плохой интернет в мире, один из лучших, как ни странно. Угу. Здесь они меня не достанут. Они идут. Бойтесь. Ха! Не насрать. Я только одного убил. Да, там один был. Ой, тут сюда бежит. Один ромашка нашелся, да? А он тебе. Сабзира, хочешь увидеть фокус? Да-да, где карандаш, да? Классный фокус. Ай, блять, кто? Это не я. Ага, почему я у меня упал, написано, что ромашка веря это того? Я упал. Я уронил ромашку, а он тебя пристрелил. Пиздец. Я только что увидел, как джавелин пролетел мне прямо в лицо, и я его немножко съел.
Да его не съел, я его рукопашкой уложил. Джавелин — это ракетница. А. Знаешь, привкус металла и разрывной дроби у меня во рту немножко неприятен. Щеки колет. На порохах. Нормально. Ага. Добавляет остроцы. Кого-то забрать с собой. Танка, ты на месте? Или ты... Угу. Патроны забрали, честно, ты заработанные. Ты прям читали, бомбёшь людей в интернете. А. Конечно, твои патроны. 2 минуты. Скулдозер. Ты сука. 160 секунд. Меньше 3 минут. 2 минуты 10 секунд. В этот раз можно заполнять полностью связан. О, блядь. Блядь. Ай. Ай, ой, ай. Я пока что только от клокеров и ромашки падал. Я там бросил динамит. Я заметил, я вовремя ушел. А я за все забрал. Не все, а теперь... Динамит заметней. Я бросил еще один. Бежим! Одна минута 30 секунд. Ей. Ну что, пришло время фейлиться заново. Кто теперь фейлит? Ну кто хочет попробовать? Точно не он. Почему не я? Давайте я лучше это сделаю. Не-не-не, я уверен в своих силах. Мы не уверены в твоих силах. Я теперь точно-точно посмотрел на фотографию. Я просто в прошлый раз я точно посмотрел на фотографию, но не точно посмотрел на пол. 5 секунд осталось. Я не понимаю, что эти купы иногда вверх смотрят такие? Галюны ловят, что ли, или чё? Флэшбэки, походу. Ворон ловят. Как в прошлый раз умерли. Флэшбэки от моих этих самых, ну, ракет. Не целься в меня из ракетомета, мне страшно. Ну вот у меня от него летят ракет как раз, ё-моё. Ах ты! Я сейчас кому-то, блять, бан влеплю нахрен. Навеки. Это не я. Ракета. Чё-то моя, как говорится, так. Поджаренная жопа говорит об обратном. Ракета. А, да. Ну, ракетница не убивает людей, да, ракета убивает людей. Да. Логично. Интересно, тут ракеты с котятами или они такие просто? Ну, хочешь еще раз проверить? Нет уж, спасибо. А Сабзира? Пошел уже, Фэти, сейчас сам подорву. И чё? 10 секунд, чё? 7, 6. А у нас она, у меня она давно всё. Не, уже тоже давно всё. Ты живешь просто в будущем. Чё, пробуй. Я знаю, когда... Нужна... Ну, кто будет? Давайте всё, я. Всё, газ залетает. Так. Газ залетает. Так, вот это. Сейчас просрём. Я в будущем, газ залетает. Так, раз. Че, да, нет? Норм? Пока нормально. Так, вот это. Ага. Да. Так, отойдите, пожалуйста. Спасибо. Так, вот это. Так, теперь. Вот это где я? Вот где я стою. Двигайся. Так, вот так вот, вот это, да, по-моему. Вроде да. Ну я буду надеяться на это. Так, сейчас. Раз, два, три. Газ летает уже. Бессмысленно. А, ну да. Так, это. Фу. Так, потом вот это. Вот это. И, кажется, вот это. Ей! Третьего раза. Хэнк работает. Да. Та-да-да-да-да-да-да! Та-да-да-да-да-да-да! О, топ-задание выполнено, овердрил. Да, у меня тоже. Ну все, а теперь это. Мне еще топ... У меня еще топ-задание было, оказывается.
У меня тоже. У всех, походу. А кто выбыл? А чё, ежемесячная или еженедельная, спрашивается. А теперь чё, это говно придется тащить? Меня не пойми, кто расстрелял только что. Семён, перестань ныть. Да. 63, или сколько их там? 70. Не считай, а просто 40. Бросай. Я же сейчас. Так, может, кто поможет, по-моему, там дозеры идут. Ну давайте вы вдвоем, мы перетаскаем. Насколько можем. Я могу гранату еще туда запулить, чтобы они побыстрее были. Мы потом будем все их со стен соскребать. О, кстати, а попробуй реально, сейчас мы кучу сделаем. Что будет, если выстрелить из ракеты в самую большую кучу золота? Давай. Блин, хрен, ачивка уже есть, повеселиться можно. Только если ты упадешь, я не виноват. У меня еще две жизни есть. Я почти как кот. Раненый, побитый жизнью, но кот. Блять, он заезжает гранатомет быстрее, чем, блять, меня это из жестыбы. Логично. Думаю. Между сменить режим, это просто переключить кнопку. А гранатомет зайдите, это там целую эту гранату. Да блин, я пол стола уже перетаскал, вот этот, блять. Еще 15 осталось. А, наконец-то. Да нет, у меня здесь на краю лежал кусок этого золота, я никак не мог его взять, пока весь стол не перетаскал. Да блять. Я не успел хп восстановить. Вам помочь? Не надо. Конечно, нет. Чем? Давай, выходи, пока никого нет. Точно нет, уверен. Ну там их мало. Ну давай. Зайди за угол, за угол. Жахни. Ей! Так, мне надо кинуть что-то. Ну две-то за. Да блять! Вот они сильнее стали, не кажется. Да, я пытался. Семён, перестань ныть. Ну я предупреждал. Как он валялся. Так три зачем? Я предупреждал. Ты был предупрежден. Дозер идет. Короче, я ее так потащил, потому что тащить вот так вот все 76 перекидывая, ну его нахер. Ну я готов, если что, с дозером. Семён. Он где-то снаружи сейчас не видно его. Слышно, но не видно. Да почему они назад отбрасываются, а не вперед? Он еще далеко. Блин, я его отсюда слышал, прям грохот был. Сёма, перестань! Может, реально, может это перестань. В комнате у тебя? Ну! Да нет. Ты ж хороший мальчик, чё думаешь? Так, сейчас, один момент. Ну сколько еще тащить будешь? 70 сумок. Ну тащи, давай. Так, ты подожди, нам еще нужно тащить их потом в этот. Да сразу вентиляцию тащить. Так тащим. Не вот ну, так. Вы тащите. Мы стреляем, вы тащите. Я вот не именно. Тащу, я просто перекидываю. Мы работаем, а вы фигней маетесь. Выстрелить ракеты в кучу золота — это не фигня, а наука. Эксперимент. Я сейчас взрывной джадж то выстрелю. Ну, да, если да, получится да. Сюда допихать кучу сумок, будет прикольно. Вряд ли. Ё-моё, вы чё их тут разбросали? Это творческий беспорядок. Ну, он такой себе с взрывного. Пока Ханкам 5 сам будет прокачаться. Ёма, блин, ну ё-моё. Напугал меня и соседей. Аккуратнее. Если одна сумка стоит 589 тысяч долларов. Круто. То сколько будут все стоить? Надо посчитать. Мозги включай. Ну сейчас я калькулятор включу. Короче, много. Вот тебе ответ на калькуляторе. Вот реально считать пошел. Круто. Сумки пусть таскает, блять. Это вот. 41 256 000. Спорим, нам дадут меньше. Ну, я не знаю.
Может, я сразу к выходу побегу, чтобы сразу тащ перетаскивать. Не стоит. Ну, в принципе, можешь, если ты там один справишься. Умрёшь героем? Не, мы будем с Ханком переносить. Мы будем с Ханком там уже загружать, а вы здесь будете обороняться и переносить. Угу. Да нет, мы за тобой уберем. А, кстати, забыл добавить еще $25. 21 256 тысяч, $25. Скинись уже. 3 цента. Посчитай с инфляцией, сколько будет. Ну, налоги не забудь. Ага, налоги, инфляция, курс Джона Доу, или как он там? И влияние на нефтяные котировки, пожалуйста. Это главное. Такие сумки. Чпоньк, чпоньк. Видимо, турель на смертном переговоре приходит. Зачем тебе турель? Боритесь, кто быстрее донесет. Надо было поставить мод, чтобы я мог тащить все эти сумки. Это читер. В таком случае можно было поставить мод, который бы просто вскрыл нам дверь, говорится, нажатием клавиши F. Что у вас так дохуя, а? Эфом можешь на меня накричать, чтобы быстрее двигаться. Yo, Jackie, Yo, Jackie, так расстояние. Здесь метки. Обезжали. Какой еще сумок? Много. Еще 70. Алло, мы их не погружаем, мы их просто переносим. Я знаю. А потом еще грузить. Поэтому я говорю, 84 сумки нам придется грузить. Да, и потом мы на них, блядь, сольемся. Фу-фу-фу. Только золото не 70, а 69. Не, золото 70 сумок. Тебя показывает то, что ты еще 3 сумки несешь на себе. Или кто-то еще несет, и поэтому. А если так, то 70 всего. Че у тебя там Ханк кот орет? Тоже? Тоже хочет. Бульдог орет, кот орет. Золото перетаскивать. Да, окошко. Так, блять, я попустил одного. Одного, трое забежали, как че? Я побежал за патронами, мне все равно. Мне они там пригодятся в качестве эксперимента. Сейчас мы еще будем сумки с подтекстур доставать, да? На аптеку. Будешь тут обороняться. Сейчас, если этот Грейн, да? Блять, меня стреляет, я сейчас спамую, пока буду подбирать. Предлагаешь. Шоня пошла в Миросетч играть, интересно. А, у меня походу еще интернет скоро сдохнет. То, что влагает. Нифига! Не выходи, не выходи. Он сам пойдет. Бежим. Ай! Кто там сзади хуярит, блять? Там этот у вас клокер сзади. Прибежал. Прямо сзади. Будьте добры взорвать стену. Ну все, перенесли вниз. Не, там еще овер до хуя. Да, я туда нахуй не пойду, пока вы все не перенесете. Не иди. Ну ладно. Отстреляй. Нам еще штурм нужно, по идее, переставить по-хорошему, чтобы пойти наверх. Потому что там, блядь, еще и снайпера, скорее всего, сидят, и без этого... Снайпер всего один. Да? А, хорошо. Нет, хорошо, я один тут сумки перетаскиваю. Иди, Ханк, опять работай, место освободилось. Угу. И снова штурм пошел. Только закончился и тут же. Ну, прочистили немножко. Угу. Для Ханка место. Ой, у меня сейчас клавиша F отвалится, блин, столько сумок тащить. А у меня F, Shift и Ctrl-C.
отвалятся. Понятно, Е. Действуйте. Пресс-Ф, чтоб тащить сумки. Пресс-Е, чтоб тащить. Зато одну чек-лист к концу. Из этих, из извращенцев, да? Которые на Е нажимают, я? Да? Мне больше на Е нравится. Сумок. А как же... Я когда играю, например, в Far Cry, ё-моё, вечно путаю. И в Payday, когда долго играю, захожу в Far Cry, я путаю кнопки взаимодействия. Но самые извращенцы сейчас играют в Call of Duty последние, потому что там на Е удар рукопашный. Я вообще не играю. Это и был в Modern Warfare? Нет, он был на V в Modern Warfare оригинальном. Payday как бы тоже на Е сейчас, в ближний бой. Разве? Да, точно. И забыл. Сам тогда извращенец тоже. Ну да. Как говорится, мои вкусы в PD не такие, как бы это. Давайте фейерверк в честь этого устроим. Давай, тащи сумку. Нам еще 30 сумок тащить. Я вспомнил фейерверк. Больше, наверное. Ты чё, посчитал, сколько уже принёс? Нет, я просто смотрю на ту кучу, что у нас меньше не становится. Это значит еще много. Здесь меньше не становится. Ты вниз посмотри. Да там пиздец. Там золото с деньгами перемешано. Как мы внизу еще будем отбиваться от всех со всех сторон, это будет жопа. А там еще уже, так что легче будет. Тоннель уже, так что отбиваться легче. Так они, может быть, будут со спины бежать еще? Или не будут? Нет. Это хорошо. У них там нет тупо спауна. Чё, опять Хэнк на помощь идти? Ну так. Самый мал, тут вот жены передаёт, тут всё портит, блядь! Сейчас помогу я вам. Стесняйтесь. Меня просить о помощи. Озер спрятался. 28 хп. Одну пулю ему не хватило. Теперь в МП1 перетаскивает. Вообще, на черных работу скинули самые эти, блин. Еще хлопок меня заставьте добывать, блин. В самом хранилище немножко осталось. Держись. Нет, там много осталось еще. Тут сумок 15. Да, а там в одной сумке забагалось 50. Блядь. 50 вон там снизу уже. Забаргалось. У меня 12 патронов последних осталось. Так что не оставляйте меня там одного. Иди к Энку подбери немножко патронов. Так он их сам забирает все. Почти. У меня одна жизнь, кстати, Ханк, тебе бы пожрать аптеку потом со временем. Ура, ура. Подходит к концу. Две сумки в хранилище. Ай, кошмар. Я тебя облегчу задание. А. Shield down! Да ты ёб твою мать! Не что фейерверку строить. Не, просто с ним... опять прорвались. Они кокел сзади напал. Сейчас помогу я вам. Не стесняйтесь. Да нет, смотрите, выходи, сука. Как они, блядь, тебя любят. Заряжайся, сука. Да ё-моё. Прорыв. Не почти. Не почти, а 100%. Там миниган. Заберите меня отсюда, тут миниган. Пиздов. Эй, куда пошли? Там наше золото, гады. Блядь. Хэнк, иди, давай работай, уже почищено. Да сейчас, потом себе тут совсем. Ура! Кончился штурм. Пока что. И сумки почти кончились здесь, в хранилище. Угу. Проблема в том, что когда мы их дотащим, сейчас штурм потянет заново. Ну снизу не так далеко, хотя бы тогда будет перетаскивать. Далеко это понятие относительное. Когда в тебя 4 бульдозера с пулеметами стреляют, путь становится крайне-крайне длинным. Их не больше. Их не больше. А, без разницы. Это... Бульдозер, Артем.
Я про миниганов. Их не больше двух может быть. Это был риторический, скажем, вопрос, так что... О, уже дохуя. Да. Одна сумка осталась. Ура! 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 И штурм пошел. Ничего, прорвемся. Дайте мне эту честь скинуть эту сумку. Вентиляцию. Так, ну что, ставьте аптеку. Будем жрать, стреляться и прорываться. Аптека вон там стоит. А. Ну все, давайте все нажрёмся и вперед. Каждый по таблеточке. Скушайте оскорбинку. Каждый по пакетику крови. Все, погнали. Там еще бульдозеры. Насрать, побежали! Угу. Вы сами с ним сортайтесь, я пойду. Давайте уходим. Бежим! Как это они тебя так быстро? Ай. Все, подними. Спасибо. Охренеть. Могли бы. У меня же есть плашки, я ее не кидал. Бегут сюда. Разбегайтесь. Ща ёбнет. Она урон не наносит, она ослепляет. Блять, бежим. Все равно ослепила. Угу. Да тут лучше пробежать. Окей, несемся. О, града там. Ой, блять, их тут. О, охренеть, их тут. О, бежим, бежим, бежим. А, там, кстати, есть ачивка. Там, кстати, есть ачивка в этом офисе. Какая? Выжить. Надо просверлить. Надо просверлить один сейф и там конверт. Окей. Да? Мы можем пойти просверлить. Ну, удачи. Я тебя сейчас, блять. Какого хрена? Я по сумкам стрелял. Сейчас пойду. О, блин. Мы в жопе. Хан побежал. Блин, вовремя Ханк ушел. Переносим. Теперь это все говно. Угу. Блять, пришел. Он был зер. Он идет. Пошел. Он цыган. Это цыган. Бежим! Это хорошо, вовремя. Что, вернемся за конвертом? Удачи. Ну, если говоришь пошли, надо. Я вас тут подожду, если хотите. А чё? Да, мы с Хэнком здесь побудем, перенесем просто это все. Ну, когда перенесем, я имею в виду. Удачи. Иди лучше подальше чат тогда ставь. Да ладно, подождали бы. Тут 3 минуты еще ждать. Да? Блин, мы 30 минут ждали, это что, 3 минуты подождать не получится. Там мало капец. Еще 48 сумок золота. Много. Фига живущий. Капец, Хэнк почти 600 врагов пострелял. Так он только этим и занимался все это время. Ну да. А мне до 2 врагов до 400. Сколько? 192. Ну вот, сотку не стрелял, а ты не верил. В прошлый раз не дострелял. В прошлый раз я пылесосил. Ты мог стрелять в этот момент? Одной рукой стреляешь, другой пылесосишь.
провод для мышки просто нужно 4-метровый такой, чтобы на всю комнату хватило. Все, бросайте золото, бежим. Давайте. Да, я согласен. Хэнк тоже за. Все, номер дрил, больше не возвращаемся. Я сюда не пойду больше. Как же, а завтра? А как же повторить? Мы выполнили все на этом, закончили. А конверт? Блин, мы сейчас похожи на как на орков из этого, из Варкрафта, которые тащат золото в этот свой чум. Ставишь 3-4 орков, да, и все. И Ханг дубы добывает, да? Вон они валятся один за другим. Клонов добывает. Угу. Альянс Сосад, короче говоря, да? Еще немного. 24 сумки еще. Да, немного. 18. Я про все. Тут, блин, в сумках почему-то 7500 долларов иногда лежит вместо 500. Потому что это деньги. Разве? Да. У нас еще там 5 пачек денег лежит. А я думаю, это золото такое, знаешь, которое... Каратность. Легкое, да? Да-да-да. В котором меди намешано больше, чем золото, наверное. Дел сделано. Алиса, у них нет пока что всю жизнь, или они его уже сделали. Хотя не, у них уже просрался Алиса. 12 сумок. И в итоге по сюжету у вас опять будет всемирный банк. Разве? Я не знаю, где должен будет быть. Да уже был, да. Не делал. А, ну если был уже? Не... Ну какой-то банк мы грабили, но не этот. Даже два грабили. Большой. Большой банк, CSGO банк и этот банк. Го банк. Давайте Harvest еще. Три сумки. Зачем их тереть? Закидывай их. Ура. Последние сумки. Хэнк, давай к нам. Что, все? Да. Да. Вообще пострелять. Весь да? Лут. Ой, кошмар. Давай. Охренеть. Два падения от ромашки, два падения от клокера. Я же говорил, вот я правильно все почитал. 11 чуть-чуть миллион. До сотни не хватило, блин. Зато вот ты отбил свою офшорку. 11 миллионов, я потратил 25. Мы крайне невыгодно сходили. Налички. Офшорки 45 миллионов. Ужас. Все равно я таки считаю, что могли бы тащить больше. Мы так еще не забрали, как говорится, цепочки с заложников. Давайте еще какой-нибудь. По сюжету, например, да? Угу. Вы не заебались, мягко скажем. На куда? Так, сюжет, а что у нас сюжет? Под прикрытием. Так нет, вообще-то красная кнопка ромашка, это не ачивка на сжигание офшорки. Это на... Это вот Тёси Генри, нажмите на красную кнопку и завершите контракт на оверкилл плюс. А почему тогда мне что-то дали за то, что офшор начал в... 12 миллиардов. Не, ну есть какая-то ачивка, я не помню какая. У меня все ачивки, где есть слово «крас», выполнены. Украсть за 60 секунд, перерезать красный провод, кровавый алмаз, красная кнопка, украсть Рождество.
И оно выполнило все. Как же задолбался. Все, готово. Прикрытием. Это по сюжету? Да. Это классика, по-моему. Да ладно, тут же не написано классика. Ну я просто вам повторю. Вообще-то написано. А, я понял. А, это ж последняя сратая миссия. Тонкая кишка начала. И снайперов миллион. Да. Ага. Это было отвратительно еще в первой части. Тут их еще больше. Радуйся, тут еще их больше снайперов. Угу. Ура! Это будет последняя миссия на сегодня. Наверное, если хотите. Если не последняя, то если будет следующая, которую можно будет застелсить, давайте застелсим. Олеса, теневой рейд. Пошел же. Со своим Олеса, ненавижу его. Как разобрели. Да ну, по-моему, прикольная миссия. Музычка матка. Стопы. Сидишь, диджеешь. А почему не загружается имя? То, что у него вот это. Я просто хочу посмотреть, что пишут. Но все, не говорят больше. Угу. Я появился. Вы появились? Бейте меня, пожалуйста. Это под прикрыть? Да. Это отвратительная миссия. А. Кого уже, кто уже палится? Я как тут просто подошел, пиздец. А я это не играл. А где у нас будет ком? Да вот же, мы не начали с компом. Да. Я просто заделаю тут сразу окна. На крышу, ёптя. А, или не надо на крышу? Нам надо будет спугнуть этого хрена. Mm. Так, можно из окна. Блин, нифига тут голубей полетело. Джон Ву прям, ёптя. Ну, вентиляцию можно заклотить. Да? Ну да, чтоб клокер. Такой клокер ползет, ему прям в лицо такая деревяшка и молотком. Хуяк, хуяк, хуяк. А тут ну, как раз клокеры вылазят. Гвоздь в голову забил. Угу. Потом. Ну как мы забиваем без молотка? Потом клокер, как знаешь, как собака, которая не может в двери пролезть, которая палка мешает. Вентиляцию не помещается. Да. Попалится. Заколотить то ли 5, то ли 6 окон или этих вентиляций. Кто захватил снайперку? Поищу. У меня только гранатомет. Пойдет. Датировка. А где надо заколотить еще? Где сейчас хочешь дальше колоти? Вентиляции желательно. Хорошо. Я нашел монтировку, если что. Где вентиляция? Я тоже нашел. Теперь я Golden Freeman. Ну тут можешь закалить. Еще 4 доски осталось. Ё-моё, это не начинается. Нет, это эти ФБРсы пошли. А, то есть можно гонять начать. Я с другой стороны еще. Мне на крышу на всех. Не стоит. Не оставляйте меня одного, пожалуйста. Мне потом. А я нашел еще вот они. Я ради досок. Спасибо. Вертолет пролетел. Тут, кстати, еще есть ачивка пройти только с РПГ и гранатометом. В стелсе. Он. Да. Какой стелс? Не, есть ачивка за стелс. Если ты прошел весь стелс с гранатометом и с этими. Ну да, с миниганом. Теневой рейд. Причем. Угу. Так что можно. Ну вообще надо просто взять что-нибудь одну. Либо миниган, либо РПГ. Я брал РПГ. Бери оба, хардкор, ёба. Спасибо. Опять меня подорвали. Да не заберите у него бум-бумку.
меня последние доски. Я заколотил ощущение. Я могу не 85 секунд. Я не дистрирую. 5 секундов. Скажи, что будет со второй прыгает на нас. Спаситель, достижение открыто. Че спаси... А, надо все. Все доски, видимо, надо просрать. Скорее всего. Потому что уже досок не осталось на карте просто. Так, ломай мебель, ёпте. Снайперы. Удачи. Где снайперы? Не знаю. Выдвигаются. Сразу 4 штуки. Где-то снайперы. Снайпер. Минус один. Минус второй. Я плохо стреляю. Если их 4, значит 2 осталось. Ай, кто там сзади стреляет. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня тут запор. Они еще и с этой стороны могут. Чинить не хочешь? Здоровый человек с планеты Земля, играющий в Payday 2 в наушниках и очках. Да, привет тебе, товарищ Deep Dark жопа. Классный ник. 10-11 секунд. 300 лайков тебе за это дело. 4 секунды. Ё-моё, сколько у вас там? Динамит! Как играется? Как играется? Норм играется. О. Забрал сервер. Кого? Тащите засранца вниз. Пошел. Ай, сейчас пальцем в жопу тыкать или на геймплей. Мне больше расчищать от него тут надо. Давай, давай. Я могу просто все подорвать. Мы знаем, что ты можешь. Ты уже подрывал нас множество раз. Мне надо взорвать, да? Вот есть враги, стреляй в них. Спасибо, в меня стрельнули. Я не в тебя стрелял, это знаю. Там был динамит. Да спасибо опять. Это не я. Это я. Вот Стоун, привет. Привет, вы че, а вы лечится, не прошли? Нет, мы его прошли со второго раза именно на этом стриме. Я один раз прошел. Я один раз упал только. Я второй раз в своей жизни прошел. А я был на нем слишком много раз, что я могу сказать. Но прошли. Да я думаю, друг. Ай. Клод скиры могут полезть. Он на меня так и не позвал. Ну, нас было четверо. Куда тут еще? Тут хотя бы заколочено, что хорошо. Лучше его, кстати, не бить. Ха! Играли вроде вместе, пытались, чтобы его не отключить. Не позвал. Ну, что поделать. Лучше просто F-то не буду. У меня есть магический посох, который выбивает информацию из людей. Лучше F просто нажимать. Не его взорвать все-таки. Мы тебя убьем. Давайте, я Джекет, я буду выпрашивать информацию. Говори, говори. Говори, кому говори, говори. Клавиатуру паки понимаем. Идите работать, я информацию выпрашиваю. Ты у нас вообще-то боец один из, так что давай это. Не отлунивай. Я Джекет, я социопат. Что не мешает. Да, поэтому тебе нельзя с ним разговаривать, тебе нельзя. Да. Чего? Хватит на нем сидеть. Печатай. Тут этот, жирный был. Надо щитки, кстати, защищать. А я спрячусь. Вот один из щитков, вот один из щитков. Щитки? А. Чтобы свет не вырубался. Ну да. Одно другому не мешает. Чё там? Уровень взлома один. 30 секунд еще. Чё? Меня испугался мой
Плохой спецназовец. Да, понял. Наверху. Да, да, иду. Я на хэше, сука. Да ладно. Как так-то? Ну кто-то там, кто-то. Иду, иду. Там защищать. Перезагрузитесь. А, блин, со всех сторон же какой-то. Да, блять. Какого хрена? У меня просто пули из взрывного дробовика. Давайте, допрашивайте его. У меня чё, каким-то образом поменялось оружие со взрывного на обычное? Блин, ты мне сейчас напоминаешь наших теток на работе. Оно само поменялось, как говорится, в компьютере. Или само не работает. А! Тут бэтчик прячется, зачем тут хрена? А, да, мы каким-то образом другое оружие. Как ты относишься к взаимоподписке? Да, блять! Там этот, клокер. В тумане слева от меня. Спасибо. Я его взял в честь тебя. Относишься к взаимоподписке? Сейчас уже не очень. По той простой причине, что у меня столько подписок, что я уже забываю, что, где и как у меня. Поэтому пока я подписываться ни на кого не буду. Ты так засрата уже вся лента. Жаль. Да, не говори, ну что поделать. Так. Капец, с такой задержкой удар по нему проходит. Ну так бей чаще. Бам. Бам. Еще отрубит. Бам. А его можно вырубить? Да, и придется ее ждать полминуты, либо минуту. Вырубайся, вырубайся. Пока не очнется. Его уже не вырубить, потому что мы уже вырубили, то, что надо сделать. Куда, куда убегаете? Два щитка и кум. Не, я бью ледоколом, и только через секунду из него кровь выхлёстывает. Да, пинг большой. Толстокожий. Ну, как я сказал, если вы сможете протянуть от Дальнего Востока, хрен пойми куда, один такой жирный кабель, который будет вам интернет от меня тащить, пожалуйста. Ой, я его убил случайно. Магическая оптика, да? Может, не надо его бить? Ну, почему не надо? Надо. Да чё, мы уже закончили все равно. Да он уже сейчас это... Пусть расскажет, что он делал прошлым летом. Ой, блядь. Что он делал? Три пира. Выпрашивают. Завершите взлом. Ну чё, мне его взорвать всё-таки лучше? Свидетель. О, попёрли. Деньги, деньги, деньги. Ей. Вот 25 миллионов. Можете бежать. Давайте напоследок его взорвем. Блин, это просто щит стоит. Да. Блин, а я в него всадил полобоймы, пока бежал. Кстати, пока мы всех снайперов не вынесли, новые не появляются, что хорошо. Главное вовремя прыгнуть, а не как в прошлый раз. У нас все еще один снайпер остался. Ай, он стреляет. Снайперы стреляют. Я у выхода. Вертолет еще не успел прилететь, а я уже здесь. В смысле, я упал? Ты не так прыгнул, давай сюда быстрее. А как? Назад иди, назад, да. Бросьте его. Бежим.
успел. Чтоб тебя. Так мы же 25 миллионов. Почему только 3 миллиона? Не заслужил. 25 миллионов. Отправляй миллионы Бэйну. Так. Наличка. Очень полезна мне, что она нужна. Голова Ураборуса. 40 тысяч из моих 9 миллиардов. 16 миллиардов. Молчи, читер. Это не читы, это просто умение. Угу. У человека, у которого над головой навык написано навык. Читер половину стрима, если не весь. Это... Весь стрим! Это DLC Unlocker. Это не я уже. Кстати, ты почти до 100 уровня прокачался. Угу. Чуть-чуть не хватает буквально. Один уровень, может. И анархиста более-менее уж почти прокачал. Конвой кирпичей. К скотобойне, короче говоря. А, чё, запускаете ли вы всё? Подожди, мне вот... Не. Тут его не хватит, наверное. Ну тогда... Лучше хватит. Ладно, тогда закругляемся.